Так, здравствуйте. Алло. Так, алло, привет. Привет, 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 Анна. Всем привет. А, можно вот я сразу скажу, это мой второй аккаунт, у меня первый был ГТВ, там сотни часов. Тиммейтов. А на этом, да, это новый, на этом я не играл, вот только с Лешей Вайтра играл, и все, конечно. Я поняла, значит, ты у нас тоже почти киброкотлет, ты, наверное, даже лучше Анака играешь. Но... Нет, вот, не лучше Анака. Ты вообще знаешь, что Анак в 2016 году всех порвал почти? Ну, не всех, ребят, не всех, конечно. Мы, Анак, за тобой следим. Ну, в смысле? Следим за тобой пристально. Да нифига ты не следишь, вы только познакомились сегодня, что-то рассказываешь. Мы уже вроде как более-менее распределили роли. Удачи, передай привет Владимиру Фролову, подчеркивание Циркумфлекс. В режиме возмездия, спасибо тебе, значит, я буду хиллером. Владимиру привет, Фролову. Буду поддерживать стереотип о том, что девушка хиллер. Анак у нас будет играть за Генджи, потому что, в принципе, это самый скиллзависимый, я считаю, персонаж. Денис у нас будет играть за Маккри, потому что за Жнеца у нас будет играть Бейс, потому что Бейс играет с контроллера. И этим все... И Алина пропала. Эй, в смысле? В смысле не, пропала? Не, все, ты вернулась. А ты вернулась. Да, я говорю, что Бейс играет на контроллере, и как бы вариантов нету, он должен играть за Рипера. Ясно. А у меня тут в чате, в общем, ребята как раз дискутируют на тему того, на эксперте мы пройдем или нет. Ну, видите, у нас еще человек с геймпадом есть. Я боюсь, что мы не пройдем даже на бойце. Не, ну... Вот у меня есть такое что бойца не ребят, давайте попробуем и там, походу, уже посмотрим. Я думаю, шанс есть. Винобол, ребят, винобол. Ой, что-то волнительно. Бестановского. Да, бойца нету, что там. Он не вошел еще, да? Вроде с вами сидел. В ожидании бейса. Так, друг не нужен. Да, да. Алин, как в Японии дела? Винобол будет, будет винобол. В Японии замечательно. В Японии 8 минут первого ночи. Я выпила энергетик, и вся ночи. Как на спидах, ну, на скорости. Ну, на просто я скоростная, как флэш. Я же говорил, она странная. Да. Так. Ну, блин, это не просто, на самом деле, вот так вот на Москву, стримить. Тем более на официальной трансляции это, да, ивента. Официальная трансляция, да, где все ждут от меня, что я буду виновницей всех проигрышей. Потому что, ну, как бы... Слушайте, ну в команде, в командной игре не может быть одного виноватого никак. Команда проигрывает всегда. Поверь мне, если ты играешь с женщиной-стримером, то... да, значит, всегда женщина-стример виновата больше всех. Ну, тут внегласно. Внегласно. Да. Ну что, Денис, ты потренировался? Да, я тренировался. Я поиграл даже в возмездии, я даже прошел на нормале. Нормал. На нормале это что, боец? Ладно, я шучу, да? Хорошо, я не прошел. Я у Анака хочу спросить. Да. Вот когда прилетает шаттл и улетает, потому что много врагов, это уже финал или нет? Ну, да, финальная он стадия... Он улетает, там можно всех не убивать, там просто все должны в шаттл зайти, и туда игра заканчивается, да. Да, ну, поэтому вот видишь, большая просьба. Когда прилетает шаттл, открываются у него двери. Пожалуйста, все сразу бегите туда. Потому что у меня бывали такие случаи, что я туда забегала, два участника тима забегали, а один оказывался около начальных ворот, когда заходишь, да. И он там откисал, и, собственно, из-за него потом мы проигрывали. Поэтому, по возможности, все забегайте сразу в этот шаттл, было бы классно, да. Вот. Ну, бойца, я думаю, мы осилим, кстати. Должны точно. Все молчат. В ожидании? Слышно? Да, слышно. Хорошо. А что там с Бесановским-то? Куда он? Алин, к тебе вопрос. Да. Ну, во-первых, мне сказали тебя не слушать. Вот. А я верю подписчику, который уже с каналом 2 года. Он говорит, что с таким командиром будет 45%. Можешь у Алины спросить, что за 45%. 45 это мой уровень. Подожди, а кто решил, что я командир? Я вообще-то хиллер. Я сап. В смысле? У нас командир, а? Так, Ковалец, я готов быть командиром. Спасибо тебе за сап. Добро пожаловать на борт. Прекословно. Добро пожаловать, Ковалец. Я чисто для того, чтобы вам ранки зализывать и как бы помогать. Да, мы, в принципе, поиграли немножко ивент. Я даже почти прошел на легенде, но нет. Но я поставил команду, если в конце сам. Так, окей. А какова моя задача будет
Я за ковбоя, да? За Макри. Ну, если ты будешь играть на Макри, да, если мы будем играть стандартными персонажами, которые для потасовки придуманы, то твоя задача, в принципе, ну, ключевая будет только одна. В помощи это нужно будет помогать Генжу убивать снайперов. Я буду говорить, где снайпер, я буду играть на Генжи, я буду его развлекать, а тебе нужно попытаться в него попасть будет. Все, понял. Да. То есть на дальних дистанциях. Ну, вот именно по снайперам нужно будет помогать тебе, а вообще, в принципе, в остальное время ты делаешь, что хочешь, и просто кого видишь, того убиваешь. Окей. Вопрос такой, смотри, Генжи, он всегда убегает от всей команды обычно вперед, потому что у него эти рывки, да, вперед идут. А если ты начинаешь умирать, мне надо отходить от своей команды, да, которую я лечу постоянно к тебе, или ты сам подбежишь? Не, за Генжи не бегай, я буду возвращаться. Хорошо. Все. Здорово, Фатик, привет. Играть-то когда уже начнете? Настрое, мы ждем 4-го, Бесовский, он, видимо, Kingdom Come допроходит. Я зашел к нему на канал, он такой, 5 причин, почему я бросил играть в Kingdom Come Deliverance, я говорю, понятно. А мы можем пока размяться, нет? Ну, можем размяться, типа, втроем? Конечно, втроем. Давайте попробуем. Давайте, да. Let's make it triple. Так. Я вам кинул приглашение, заходите. Я уже приняла. Ничего себе, у вас суровые-то какие у всех, а? Аватарочки. У меня это инь-янь, дзинь-ятэ. Так, ну что, на легенде? Или нет? Нет. С какого начинать будем сегодня? С бойца вообще? Нет, мы начнем с новичка вообще, потому что у нас Бейсановский, ну, с... Ну, давайте, хорошо, да, давайте побегаем пока на новичке. Серьезно, новичок? Мне кажется, ты нас переоцениваешь, на самом деле. Ну, ты как бы крутой, это все знают. Ну... Мы стримеры, да, мы тут... Нас выбирали не за скилл. Ребят, посмотрим бою. Тут надо смотреть. Алина, я вот верю, что мы справимся. Я тоже. Главное, ну, вера. Классно. Смотрим ролик. Overwatch напали. Да, давайте смотреть Watch. Надо было что-то делать. Но у команды были связаны руки. Я, кстати, на русском еще не видел его. Blackwatch играет по своим правилам. Мы все знали, кто виноват. И что его охраняют лучше президента. Нашей задачей было захватить его и передать под суд. По крайней мере, такой был расчет. Приветствую, командир Рейес. Решили порадовать прессу. Overwatch похищает всеми уважаемого бизнесмена. Можете арестовать меня, но я буду на свободе уже через несколько дней. Так что весь этот фарс — пустая трата времени. Ты прав. Рейс, какого черта? Этого не было в плане! Что ж, значит, переходим к плану «Б». Ролики все-таки очень крутые. Очень-очень крутые. Я единственный, кто не скипнул заставку, да? Я извиняюсь. Не-не-не, я тоже не скипал. Я на русском еще ни разу не видел ее. Мы всем показываем, типа, да. О! Ух ты, надо же, мой модератор бывший как-то с нами оказался в тиме. Заснайпил. Да. Бывший модератор. Он неплохо играет, кстати. Так. Почему бывший? Потому что у него появились дела. Вот, ну конечно, но Анок первый бежит ставить. Слушай, ну... Женщине можно было бы уступить место. Ну это персонаж такой, я не при делах. У меня шифт, понимаешь? Понятно, все ясно с вами. Не любят таких быстрых героев. Право, смотрите, правая сторона. А ты нас уже лечишь, что ли? Да. Шикарно. Подожди, только ты, пожалуйста, вот в Love Games, вот почему ты отдельно от всех, скажи, пожалуйста, в Love Games. Почему все справа, а ты где-то бегаешь там, в коридоре? Ты какую энергетику пила вообще? Что такая буйная? Ну потому что из-за тебя мы проиграем. Может, мы из-за тебя проиграем? Мы даже новичок за это зафейлим, то просто. Да? Из-за тебя, наверное. Да. Ну конечно, из-за меня. Из-за бывшего модератора. Анак, а ты уже жалеешь? Анак, я тут верх защищаю, пока вы там снизу. Ну и что
отношения выясняем. Да. Все нормально, ребят, все нормально. Мы же команда. Нормально, нормально. Но ты скажи, если что. Не-не. Алине. Алине, так слышишь, слышишь, батя со мной, ты. Так. Так. Пехотинец. Пехотинец. А как эта группировка называется? Коготь? Да, это вроде как вообще группировка когтя против нас играет. Было бы прикольнее, если за когти и за пехотинцев играли наши зрители. Ну это было бы жестоко. Ну да, ну и интересно в том числе. Я могу молчать, если вот так. Да нет, 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 давай создавать конфликтные ситуации. Я ж стример, что вы хотите от меня? Даже больше на ютюбе. Сверху лезут, ребят. Лезут сверху, да. Сейчас громкость тоже чуть-чуть настрою, да, я себе в Дискорде тоже поменяю, так. Сейчас бинт поставлю, пусть что-то все-таки. Все нормально, ребят, все нормально. Вопрос. Давай. Смотри, я играю за Макри. Так. Так. Я могу начать, конечно. У меня тут по центру кружочек горит, значит. Научи ультой пользоваться. Ну все просто, ну смотри, ну все просто. Нажимаешь ульту, у тебя появляются цели перед тобой, на них будут красные черепки сводиться. Когда черепок полностью свелся, это значит, что если ты еще раз нажимаешь ульту, цель умрет. То есть у тебя накапливается заряд, когда ты ультуешь по цели. И он копится по всем целям. То есть чем больше целей, тем больше у тебя будет убийств. Они все умрут. Так, я уже думал, мы проиграли, снайпер появился. Не-не, это вот первая вдова, первый снайпер, опасный, да. Опасный снайпер! Она вообще ваншотит, поэтому аккуратно. Вау. О, да, вообще. Ну это новичок. Кошмар. Кошмар. На той лодке враги. Ну да, кстати, я она ваншотит на более высокой сложности. На этой, наверное, нет. Я на балкончик буду вас прикрывать. Справа на кораблях приехали. Не очень удобно говорить по кнопке, я отвык уже. Надо войс поставить обратно. Сейчас поставлю. Хотя, блин. Я представил, как Бейсовский играл на геймпаде за этот персонаж. Надо было тебе все испортить. А теперь против нас целый год. Обсудим, когда выберем. Может, в следующий раз... Вот ты и твой им. Норм. Норм? Нравится? Нравится, нравится. Я готов отразить удар. У меня ульта есть. Я не знаю, когда ее использовать, честно говоря. Ну, пока у нас. Пока у нас все хорошо идет, на самом деле. Написано. Сейчас обычно команды. Обычно до большого босса я три раза успеваю ульту накопить. Поэтому я не знаю, стоит ли ее экономить. Давайте скажем, что это легендарный уровень сложности, и мы крутые. Так, смотри, смотри, кстати, вот это ассасин, тебе нужно его застанить в кошке будет. Он очень быстро бегает. Понял. Попробуй поймать его, когда он на кого-то прыгнет. Вот, все, застыл. Ненадолго, видать. Но он умер, все равно. Вообще, смотри, он прыгает на кого-то, он хватает кого-то, и знаешь, как вот в Left 4 Dead, как ведьма прыгает. Да-да-да. Поэтому, когда она прыгнет на цель, можно попробовать застанить в кошке, и ты цель освободишь, он станет быстрять. Понял. Норм. Так. Вот этот Тиму мне нравится, не то что рандомное, которое мне попадается. И даже я нравлюсь. Ой, да, Денис, ты больше всех нравишься. Аккуратно, у этого босса много дэмэджа. Да. И он сшибает прям. У меня уже подмышку правую вспотел. Так, держись. Так, я чуть не ошибся. Вот этот поворот. Не, научился пользоваться ультой. Вот видишь, ничего сложного. А что здесь на легенде будет? Ну, на легенде все то же самое, только дэмэджа очень много. Минут на 20 дольше, да? Не-не-не, просто каждый моб, он бьет на пол хп сразу. Без проблем, у нас работа такая, да.
и ловить путь. Тебе, наверное, полегче будет, ты же быстро передвигаешься по карте, ты можешь спрятаться. Да, тут Рифер в роли танка выступает, он бегает обычно среди всех, по нему стреляют больнее всех. Опять ассасин, тебя надо поймать его флешкой. Смотри, ВЛГ. Прыгает по стенкам. О, побежал, побежал. Ну-ка, сбей его. Ассасин мертва. Отлично. Стоп. Так. Ой, всем привет, котики. У меня такое апокалипсис, просто обалдеть. Все очень вовремя. Привет, Денис. Ой, здравствуй, да. Здравствуй, Денис. Бейс, давай Бейс называть тебя, да. Бейс, ты не против, нет? Да, я слушаю, у нас же тут просто два Дениса, поэтому ну будет, знаешь, сложно. Я буду называть тебя слабак, потому что я зашел на твой YouTube канал, и там первое видео, почему я не прошел Kingdom Come Deliverance. Не слушай. Это же замечательно. Ладно, все, а ты прошел, тебе понравилось? Да, и мне, ну, я конечно, был бешеный, но мне понравилось. Ну вот, понимаешь, это та игра, ну, типа, которую надо пройти, ну, вот попозже. Вот и все. Ладно, я тебя понял. Сейчас я там все усиленно запускаю, просто тут... Значит, классика, нажимаешь на начать стрим, и тебе так, бам, включают свет. Я такой, да, детка, это тоже... Shit happens, слушай, надо появление. Еще потише игру сделать, на самом деле. Я на это не подписывался. Небось в God of War играл. Нет, я уже его прошел, да. Я из-за него не спал усиленно. Скажи, да. Пожалуйста, имеет смысл вообще мне пускать сферу на дамаг? Я думаю, не особо. В этом режиме все-таки хил важен очень. Да, я тоже так думаю. Ну и все остальные много дэмэджа выдают в твоей команде, поэтому хил лучше. Ну да. Так, кто у нас там? Ассасина обнаружена. Лови ее флешкой. О, кажется, меня. Так, воплощение дракона там нормально? Нормально, они умерли. Ждем. Безукоризненно. Что там по ассасинам? Спасибо. Этот юм. Так, это не наш шаттл. А как понять, наш или нет? Ну, наш полетит с другой стороны. Наш будет, сзади. Будет сверху, прямо на крышу приземлиться. Без снайпера. Так, я бегу. Ой, пулемет сверху, блин. Сверху пулеметчик аккуратно. Камон, где? Прямо наверху пулеметчик, ребят, надо помочь с ним. Я стреляю. Хиляй пулеметчик, Алин. Я вообще-то могу еще и жизнь отнимать. Упс. Все нормально. Командир, я уже вижу вашу позицию. Сейчас попробую сесть, но это будет ой, как непросто. Это финал? Ну, мы ждем шаттл, который прилетит нас спасти, да. No, еще не все. Расстояние урон понижается. Спасибо, аниме грабля. Спасибо тебе огромное. Добро пожаловать. Я вот сижу и думаю, понижается или нет, и спросить как-то неудобно. Да ладно, ты спрашиваешь, что? О, это наш шаттл, ребята, уходим. Заходите в самолет. Самолет, быстро, все в самолет. Я, кстати, слышал от разработчиков, когда был как раз на Лиге по Overwatch, там в стартовой дне, что народ очень любит кто-то один опаздывать и тупить, короче. У них типа был такой прям забавный в этом плане момент. Все даже игражуры, которые приезжали, тестили, постоянно кто-то такой, о, прикольно, и не успевал на самолет. Да и наши проблемы на этом не закончились. Итак, к нам присоединился Денис Бейсовский, наконец-то. И сейчас он нам будет помогать. Лидеров когтя пришли на контроллере. С геймпадом, да. Что вы все начинаете? Ребята, да недооцениваете мою мощь.
геймпадом вообще прекрасно. Любая игра с геймпадом становится лучше, если это там, не знаю, не Heroes of the Storm, где его нельзя применить. Я представляю, сейчас Бесовский лежит такой на диване. Так. С бутылкой кефира, с геймпадом. Так. И кайфует, чего. Откисает вместе с кефиром. Так, сейчас у меня последние 40 мегабайт, и я готов. Либо вы еще одну карточку сыграете, подождете. А что ты качаешь? Слушай, у меня прям цирк с конями, тебе говорил. У меня все вырубилось, и когда, ну... И апдейт вышел на Overwatch. Ну, я просто не могу, знаешь, это, короче, это как ты идешь по улице, подскальзываешься на банановой кожуре, сверху тебя падает наковальня, ты такой, ну хуже ничего не может произойти, и, конечно же, падает рояль сверху, вот типа того, я качал 100 метров последние, не знаю, несколько минут, просто вот как сволочь. А ты попробуй там останавливать загрузку и снова начинать ее. Ой, я пробовал, она, знаешь, скидывает меня до нуля байт в секунду, я такой, эй, полегче, ну, она почти все. Вот, так что. Вы, если что, можете еще одну безумную. Ну что, попробуем эксперта-то пока? Давайте. А что, вот там задумали? Ну мы прошли только что бойца. А мы бойца прошли, да? Я думал, новичок. Или новичка? Ладно, кажется, уже поздно. Одно из двух, стопудово. Да-да-да, по-моему, новичка, все правильно. Новичка. Блин. Сейчас будет чуть-чуть посложнее. Денису, мне кажется, было тяжело. Особенно мне. Тяжело терпеть медика нашего. Ой. Так. Так, ну ладно, на этот раз я потише меня просто. Потише тебя? Нет, я соскучился по тому голосу. Так. Кайту кид. Последние 12 метров, давай быстрее, боже мой, я готов вами обмазываться, давайте. Сейчас посмотрим, как будет на эксперты. Да ладно, мы тут минут на 15-20. Ну и опять, смотрите, он бежит, ну, да? Давай, иди, ладно. Так. Ожидайте. Ей это зачтется? Я не отличаюсь терпением. Да вряд ли, вроде разницы нету, да, кто ставит. Блин, со стороны, знаете, как это все звучит, просто обалдеть. То есть, это либо бейсбольный матч, либо косплей бейсбольного матча на сайте, где видео другого характера. Ну ладно. Ой, мальчики. Не начинайте. Ледут прямо на нас. Так, а с той стороны справа пойдет кто-нибудь или нет? Ну они постоянно выходят с разных сторон. Справа должны тоже быть, по идее. А, то есть рандомно получается? Да, рандомно. Есть споты просто спавна. Справа, слева, сверху. И сзади еще один. Всего 4 стороны, может быть. Успокойся, мы все живы. Че ты поливаешь нас? Сверху. Заранее, когда у тебя останется один хп. А там, кстати, как сделана система, если ты умираешь, то типа что? Тебя могут поднять, по идее. Да, если ты умираешь, поднять, то нужно подойти на место, где умер ты. Вот твой тиммейт должен подойти на твое место, где ты лежишь, ну, короче, и ты сам поднимешься. Мне кажется, Олег должен в связке с бесовским играть. Если он будет поднять, то все, как бы игра закончится. Будет защитное поражение. Все в тюрьму слезут. Блин, жнец топовый, на самом деле. Только урона. Отлично. Мейн дамагер. Сейчас не хотите, чтобы я играл за Макри на геймпаде? Ну, можно. За Макри будет труднее, да. Поменяться можно. Ну да. Макри не добавился на камер. Где сейчас электричество? Куда ты ушел? Да, знаешь, это с таким звуком, когда ты это проигрываешь или выигрываешь матч, вот это такой баздруг. Да. Все в слоумой, там кот такой. И лицо Дениски. Который никто не увидит, потому что выключен свет. Медик, спасибо, что помогаешь. Хиллер, точнее, простите. Терминологии не владею. В наше время медики были. И кричали: медик! Это точно, кстати. Упс. Кажется, меня продырявили. Аккуратно, давай, очень больно стреляет снайпер вот этот вот, поэтому.
Залечите мне дырку, Алина. Снайпер ликвидирована. Зашили? Есть залечить дырку. Спасибо. Заштопали. Не такой был план. Против нас словно весь город ополчился. Анна, скажи, пожалуйста, я когда-нибудь должна поднимать кого-нибудь? Или я просто хиляю того, кто поднимает? Не, ну ты можешь я тоже и поднимать автоматически. Ты же пассивно поднимаешь, поэтому тебе просто в круг забегать надо. Ну да, я поняла, да-да-да. Просто я довольно слабенько и отстреливаться особо не могу. Так, так, я упал внезапно. Ой-ой-ой. Не, ну мага тоже можешь поднимать, да? Подожди, где-то упал ты, а вот что. Кажется, мы... Кажется, это конец, ребята. Оу. Чё? Ну тут это был боец, да? Это был второй уровень. Не-не-не, это был третий. Это был... Стой, это был третий. Я поняла, хорошо. Это был... я говорила, что мы бойца была, не пройдем. Да? Это... Легендарный уровень был, не, не, да? Это был эксперт, предпоследний. А, предпоследний. Это был еще не самый, да, высокий уровень. А. Так, ну что, мы можем тогда Бесовского, наверное, уже приглашать? Он да, готов? Да, вот он заходит, смотрю. Не, надеюсь, да. Спасибо бывшему модератору, Алина. Мне кажется, что я могу поднимать людей. Мне кажется, я могу поднимать людей только тогда, когда у меня есть ульта, то есть под ультой поднимать и все. Ну, я не уверена в этом. RG Bender, спасибо тебе за саб, спасибо тебе за подписку. Ну, иногда приходится и море тоже поднимать, ну да, обычно кто-то еще стоит. Рипер кому-нибудь проще. Легко выносит, да. И... Легче мне хилять того, кто поднимает и отстреливается одновременно. Нет, руперы не самые опасные, ребята. Сейчас будет фул сквад, сейчас развалим, сейчас точно. Ну, в то. Где у нас там господин Бейсовский? А я уже прям даже в игре. Так, ну смотри, инвайт есть? Я тебя пригласил в группу к нам. Чую, инвайт, да. Заходи. Ну что, попробуем бойца сначала или эксперта еще раз? Какие-то страшные вещи вообще говоришь. Я, к сожалению, с вами не общался в Дискорде до стрима. У вас какие вообще планы на сегодня? Мы можем поэтапно, соответственно, пройти там нормал, эксперт, легендарку, пройти сейчас. А, да. А потом еще поиграть в паблик, если время останется и желание. Да. Можем. Можем еще прошлогодний ивент поиграть тоже. Есть еще прошлогодний ивент. Он тоже такой ПВЕшный. Мы думали... Давайте. Мы думали поиграть в возмездие сначала, да, вот на персонажах, которые были заложены, то есть Макри, Гензи, Рипер и Мойра, а потом поиграть еще в возмездие Жена, только с рандомными персонажами, то есть нет, не с рандомными, а с разными персонажами, которые можно выбирать уже, вот, а потом уже пуститься в свободное плавание, то есть... Во все тяжкие. Так, ну давайте бойца попробуем пройти, короче, запускаю бойца. Давайте, да. Ну давай. Поехали. Бойца мы вообще можем, точно. Должны, я думаю. Что-то таким пучным голосом. Давайте. Что, нас там обидят? В команду Гоуна верить. Меня там точно сейчас обидят. Я наконец-таки ворвался просто на стрим, на все просто ворвался. Знаешь, ты на YouTube? Все невзгоды. И Twitch, и YouTube, и все вот это. Здорово, Абсентия, привет. Здравствуйте, ребят. Всем добро пожаловать, всем добрый вечер. Ссылки на канал, ребят, есть в официальном паблике Overwatch.ru. Мы здесь сидим, играемся. Либо в гугле. Да, у меня ссылки... По команде есть в чате. У нас ивент сегодня. Ходи, проходим возмездие эпичным складом. Все коты, как говорится. Да. Мы все знали, кто виноват. И что его охраняют лучше президента. Нашей задачей было захватить... Подойдем. Ты бы видел, типа скипать нельзя, да? Можно, можно. По крайней мере, такой был. На геймпаде нет такой кнопки, наверное. А, кстати, на геймпаде не знаю. Привет. Ну, пока пробел. Да. Слушай, скорее всего, потому что я смотрю это впервые, мне нельзя это скипнуть. А, ну да-да-да. Давайте глянем. Спасибо, Саша, спасибо. Да не, не просто ты не скипай, покажи своим зрителям. Сейчас запотеем. Через несколько дней. Блин, тут модельки из Варкрафта. Ссылки на тиммейтов есть у меня в ВК, ребят, можете глянуть. Чувак, который... как его... Я в посте скину на всех ссылку. Напоминает мне модельку из Варкрафта. Ты прав. Прям такой аммаш, аммаш. С какого черта? Блин, просто психанул. Так круто. Я когда был на этом, реально, на Overwatch League, значит, там просто народ так верещал, когда им показали, короче, знаешь, вот это типа Blackwatch, все такое. И трейлер, это прям мурашки. Я после этого такой думаю, блин, я хочу поиграть в Overwatch. Почему у меня на MacBook нет Overwatch? Я бы поиграл. Но не поиграл тогда, потому что его там нет. Вот. Ну все, я готов. Наконец-то досмотрел ролики. Да, ты у нас играешь, значит, на Рипере. На Рейсе. Да. Ну, выбирай, либо Макри, либо Рейс. Все равно.
Нет, рейс. Давай рейс лучше. Бейс на рейсе даже звучит в рифму. Да. Мне очень нравится сексуальный костюм Генджи с полуголой такой, он офигенный. Ой, на геймпаде как прекрасно, я просто до как раз... Прямо аж спрысну. До непосредственно ивента такой поиграл немножко в Войр, потому что это значит, что больше на PlayStation в основном гамец. Кстати, а вы уже говорили своим зрителям, что мы сегодня готовы раздать немножечко не только люлей, но и на Overwatch. Так, вы мне это получаете? Что от меня нужно? Так, ну ты играешь випером, твоя задача как можно ближе к оппоненту находиться вообще, и когда тебе больно, прожимать shift успевать, да. Shift. Хорошо, я запомню про shift. А, извини, стой, это не shift, это... Ну, бестелесность, как она там, я не знаю, на какую кнопку. Я понял. У него же нет shift, он же на геймпаде. Не убегай, пожалуйста. Стараюсь. Я это была в гейм заметно улыбнулась. Да я не могу рядом с тобой находиться. Это не Вовка, конечно, это не Вовка. Так, Мизер Сабнус. Мизер, спасибо тебе за подписку, добро пожаловать в комьюнити ученых, welcome. Cheers, love. Люблю смотреть постановочные стримы в ВЛБ, кто-то говорит. Мы все по сценарию сегодня. Конечно. Так, не отклоняемся. Божу. Какая-то смешная шутка, не забыли? Ну, это такое. Здесь в этом режиме бесконечный хил у Мары. Шутка смешная. Она всегда может отнести. Спасибо тебе за 300, Божу, спасибо за это. Сверху. Я разберу сверху, не вопрос. Супер. Господи, мой любимый герой это Генджи, и я просто наслаждаюсь, когда вижу, как спортсмен играет на нем. Блин, слушай, знаешь, что, кстати, обидно на Overwatch League, что у всех достаточно идентичен вообще, ну, метагейм, то есть у всех практически одинаковые герои, но там такие вещи Генджи делал, знаешь, там буквально за минуту сделать 10 киллов для корейских ребят было, ну, типа, на изичах. Но знаешь, это впервые в жизни я увидел, когда азиаты проигрывают американцам к суду. Так, ребят, надо кому-то подняться, понять меня, в общем, такое дело. Бегу. Ну вы успеете, вроде. Я тоже бегу на всякий случай, мало ли. Давайте. Все, съела. Стой на месте, стой, там где умер. Да. Ну отлично, все, спасибо. Окей. Ебой. Нормально. Нравится. Изумительно. Анекс, сверху падает. Позволь поприветствовать тебя, добро пожаловать. Я понял. Верующий-то. Я понял. Спасибо. Кто меня сапнул на ВЛГ, признавайтесь. Опа-па. Алина хороший хиллер, мне нравится. Давай с тобой дружить. А, спасибо. Фигня себе, как... Наконец-то меня похвалили, а? Подкатил, да? А? Опа. Хорошо, что шла на работе. Это пока не легендарка, между прочим, напомню. До этого меня все только ругали. Серьезно? Да. Ну просто я не умер, поэтому, ну, типа, это достижение для хила. Да, Денис вообще со мной рядом находиться не может, он уже сказал. Ну потому что я типа снайпер, я должен с дальних дистанций работать. Куда он убегает? Так, еще раз, какой уровень сложности? Это, по-моему, какой? Второй снизу. Из четырех, в общем-то, второй. Да, нормал. Типа чётенький. Второй снизу, так. У нас впереди еще эксперт и легендарка. А кто-то спрашивает, ты чат читать не хочешь, случайно? Если у вас было бы что-нибудь интересное, я бы с удовольствием это... Ну, я так считаю. Знаете, из-за вас у меня гасоглайди, дорогие зрители, будет однажды. Здорово. Удачного. Пойду по стопам. Спасибо, не знаю, как тебе и говорили, это уже, но сразу садишься в самолет. Не обязательно. Еще с геймпадом. Можно всех убить и пережить последнюю волну. За это дадут больше. Смотрите, что этот толстяк себе позволяет. Вы тут за победу, а не за опытом, дружище. Да еще и с геймпадом. Возвращенец. Нам тут надо побеждать, понимаешь? Ты знаешь, толк в возвращениях. У нас цель выигрывать. Парень. Так, сейчас Даву надо убить. Снайпер! Это что же это? Ох ты ж твою ж мать ж. Ну, снайпер. Где Дзянок? Уже убили, отлично. Тоже вроде. Все нормально. Приближается страх. Подкрепление вступает в бой. Усилий, чтобы оставаться. Ну, стоп, отстоп-то. Немножечко улетану. Лучше не будет. У меня уже мизинец болит на shift нажимать, если честно. Не знаю, что вы там все время недовольны. Геймпадами, по-моему, прекрасный контроллер. Замечательно. И руки не болят. Ай!
Бывают такие, конечно. Скучненько, сюда иди. Где вдова? Тут нет вдовы? Опа-па! Должна же быть на легендарке тут вдова. Две. Ну, вроде нету. Так, сейчас будет первый ассасин. Да. Так, это что значит? Это очень плохо или что? Это Wargames должен его поймать, когда он кого-то есть будет. Спрашивай, как участвовать в розыгрыше? Однажды во время стрима я скину вам кодик, и вы его должны активировать в батлнете. У меня будет такая механика, чтобы вы всегда были на кураже, всегда были на стриме. Я был шизом. А у вас, господа, каким образом зашел? Репост в группе поставь. Ах, вы хитрецы. Репосты. Так, я так, слово так. Репост после, знаете, Bloodborne немножко иначе воспринимаю каждый раз. Знаешь, когда проходишь игру там в сотый раз, ты такой типа, поставьте мне, пожалуйста, на, там, делайте репост, ты такой, боже мой, нет. Ты знаешь, просыпаешься в холодном поту, такой, боже мой, репост, нет. Отец Гаскоин, прекрати. Ну чё, как его это вырубать? Так, он сейчас пойдет в толпу. Главное не подставиться под его езду. О, поехал. Да, он летит на тебя, прибивайте к стенке вот так вот. Приняла. На грудь. Не, как бы наверху, я типа немножечко... Падай, Бейс, падай. Падай и бей его. Надо, чтобы ты его танковал. Я поднимаю, Алин, вставай, если... Хиллер дам. Офисер дам. Это вот все. Беспощадный огонь. Он в угол заехал, ребят. Где этот мудень? Ага, вижу. Бесовский, дорогой, добро пожаловать на канал Love Game, спасибо за подписку. А, как это работает, подожди. Скажи спасибо Куму 7 просто, вот передай и все. Ага. Спасибо. Чё, всё? Минус здоровье. Нет, он здесь ездит. Ладно. Ультуй, малыш, ультуй! Ебой! А фак. Слушай, это, наверное, для зрителей многих прям это какой-то, ну, стыдный номер играть в овер на геймпаде на ПК. Ну, то есть, там у меня в чате народ, в смысле, это как? Ну, конечно, там еще. В смысле, это как? Почему ты такой рак еще, знаешь, так, ребят, поднимайте, я искупался просто. Пожалуйста, я вас защищу. Давай. Ура, справились. Спасибо. Отлично. Слушай, кажется, мы Dream Team, все. Давайте все игры. Подожди, только соло гейм. А мы будем первой командой, которая пройдет легендарку на геймпаде. На геймпаде? На геймпаде, наверное, первая. Ох ты ж твою ж мать, горить! Так, ассасин где-то... Ай-яй-яй. Ассасин еще живой сзади, прыгает. Спасибо, Али. Ты где? Валера, так, он, я вижу, немножко не хватает. А он стелсит, типа, паскуда? Он на кого-то прыгает, надо подставиться под него. Смотри, там он. Пехота. Погоди, не ходи туда, бесовский. Нам надо убить ассасина. Ну, мам. Мим. Осторожно, ассасин. Да что ты. Все, бой. Готов. Скоро буду, только не дайте им меня сбить. Говорит, я считаю, что играть нужно только на клавиатуре и мышке. Особенно в God of War, The Last of Us, и вот это вот все, действительно, только на клавиатуре и мышке. Иначе, ну, типа, это не имеет смысла. Сразу сюжет хуже становится, например. Да. Сценарий невозможно, короче, понять. Чушь какая. Как ты можешь так разговаривать и играть тут охотно? Блин, я вчера играл в последование Lord of Shadow, и, короче, 2 часа мы трепались с Сашей Кузьменко, и я такой, типа... ну, отыгрываю, стрим закончился, он говорит, слушай, вообще, как это возможно? Ты, то есть, прошел там треть игры и не затыкался всю дорогу. А я еще, помню, меня... косоглазие в чатике разбиваю свое постоянно. Помню, меня стрим позвали, по-моему, по чату был как раз там. Да, мы с тобой тогда были. Бесовский мне дал сказать 2 слова и все. И то пока чихнул, да? Да. Тащу, дружище. С днем рождения. Ну я люблю поговорить. Ёлка, спасибо тебе за 50 рубасиков. Немерис, тебя с днем рождения. Я помню, как мы с Алиной в Dragon Ball играли, вот было весело. Ой, да, знаешь, я сейчас в Японии, да, здесь только мерч на эту тему. Если ассасин... Здесь эти Саяны, Саяны взяли эту тему, они повсюду. Dragon Ball Z. Просто ударом файтер. Понял, окей. Это очень угарный файтинг, на удивление, хотя там последний Dragon Ball, который, знаешь, щупал своей жизни, как бы это ни звучало, был, собственно, на Сеге, и это было, ну, прикольно в то время. А потом я попробовал как-то на Xenoverse. А он где? Типа прикольно, но мне хватило на 1.5 часа. Или к счастью.
Да, Пропукло. Это не Nintendo, нет? Dragon Ball. Нет, Namco. Бандай Намка. Или Бандай Намка. Они, знаешь, вот среди не определяться. Они как Вачовски, знаешь, что мужчина, то женщина, третий, то Бандай Намка, то Намка Бандай. Мне кажется, у них общий, знаешь, этот не спонсор какой, ну, не типа того, инвестор. О, там сверху снипер. Я что-то творишь. И дует ему снайпером. О, да нет, снайпер. Я только пришел ему лицо отрывать сейчас. А, он уже скрылся. Где бой? О, не вовремя, ну ладно. Так прекрасно видеть вот эти вот зелененькие там салатовенькие или почти желтые клюсики над собой просто. Каждый раз воспринимаю это как комплимент. Или нет, или типа, знаешь, может быть это только у меня не появляется, потому что хили только меня, потому что я с геймпадом. Слушай, кстати, да, если что, если кто-то будет говорить, что рак, я скажу, что дискриминация, это, знаешь, только потому что толстый, обычно говорю, а теперь буду говорить только потому, что у меня геймпад, что ли? Ну мы не киберспортсмены, как бы, каких нам претензий? Мы стримеры, интертейнеры. Ну, слушай, судя по мне, мы еще и не спортсмены вообще. Как не так? Диана. А вы вот здесь нет! Ах ты ж. У нас, кажется, небольшая проблема. Да, у нас проблема. Спасибо. Так, чуть-чуть. Фак. Я бегу, я не знаю, смогу ли сделать это вот. Нет, это все, короче. Не успел! Прямо на лицо, нет! Но мы, кстати, почти прошли. Это было близко. Но здесь сейчас какая-то тактика нужна. Все паночки померли, да? Эх, эх. Кто не спортсмен, плюс в чат. Да. Да, она пошутила. Это не нормал был, это предпоследний. Чат, чего вы? Я не помню, что я нажал, ребят. Давайте так. Отлично, давай еще раз. Давайте. А давай на легендарке, я не знаю, чтобы совсем было ужас. На легендарке будет очень больно. Блин, ну ладно. Я просто, знаешь, первое, что сделал, когда начал играть в God of War, такой, о, дай-ка я пойду на харде, и мне сразу же лицо отломали там. Но я прошел, было круто. Всем рекомендую. Ну, я рановато сам упал. Ну, в смысле, не то, чтобы вам отрывали лица, ну, поиграть в God of War на хардкоре. Вы же, знаете, такое прекрасное чувство, когда вот сегодня, кстати, спал в эмбарге, можно говорить о том, что God of War замечательная игра, боже мой, ах. Кто-нибудь спал в эмбарге, что не обязательно каждую минуту говорить. Нет, ты можешь постримить 20 минут, и всё. Он играет на геймпаде. Это значит, ты можешь поиграть, там 2 минутки показал, поиграл, час пообщался, показал еще 2 минутки, там 20 минут. А, я понял, Фатик, ты сам на Вилов Геймс. Фатик, спасибо тебе за сап Вилов Геймс. Но, блин, я просто... И, кстати, да, для моих зрителей, я надеюсь, что завтра... Точно. Фатик, спасибо тебе за сап, спасибо тебе. Три сап для Вилов Геймса. Всю ночь. То, из-за чего я не спал вообще всю неделю. Сколько часов заняло прохождение? Слушай, на харде я потратил 35, да, вот, нет, коллега нет, прошла нет. На нормале за... Только заметил. Что за коллега, почему ты имени называешь? Наталья Одинцова, комбо-брейкер. Йоу. Йоу. О, можно пробел нажать и пропустить. Да-да-да, так у тебя ж нет пробела, подожди. Ага! То есть это как прикрытие, да, что ты на контроллере? Подожди-ка. Нет, я вижу, что говорят, нажми пробел. Причем, знаешь, я без лишней мысли дотянулся до клавиатуры и нажал пробел, хотя играю на геймпаде. Ну чё, зарейся? Меня выкинуло. А, выкинул. А чё, как так? Перезаходи, да. Так Тортиков вместо тебя заходит. Давай тогда днём. Это твой бывший? Ну мы можем перезайти просто. Я в группе. Ой, в группе в игре, но не в группе просто. Ошибка подключения к серверу. А, ну давай перезайдем. Ну, вчера давайте, были проблемы. Давайте просто выйдем, сейчас попробуем выйти. Вас выкинуло всех меню, да? Да. Все, я с вами снова вместе. Окей, давайте еще раз. Кстати, там Вилов Геймс, ты тоже теперь платный подписчик моего канала, добро пожаловать. Спасибо. Тебя тоже сабнули, тебя Фатик сабнул. Скольки стрим будет? Пока жопы не сгорят. А завтра стримить будешь? Буду. А что за стрим? Такое, что за стрим? Что за игра? Любимый вопрос, а сколько будет еще стрим? Знаешь, мне каждый раз я это воспринимаю, как будто, ну сколько это говно может продолжаться, знаешь? Пропускаем. Надо было что-то делать. Все, я скипнул. Спрашивает стрим по голову, но будет только глубоко потом, потому что я с 18-го буду в командировочке в штатиках опять. Вот, и, в общем-то... После этого, да, возможно. Ну, по крайней мере. Кто-нибудь хочет, сколько еще стрим будет, ребят? Вот. Ну, знаешь, это тот неловкий момент, когда проходишь игру, такой, ну ладно, тут осталось сайдов, там буквально на 5 часиков. А тебе после титров говорят, так вот, короче, на тебе еще считай вторую игру, вот у тебя куча челленджей, развлекайся. Такой, окей, хорошо, мне нравится.
Я не отличаюсь терпением. Что там? Твоё компа, какие системы? Шаута, ну пару часов еще побахаем, я думаю. Сколько еще стрим? Я не знаю, на самом деле, можешь посмотреть в описании. Вот, мне настолько наплевать, что там внутри, что я не знаю. Там есть оперативка, есть видеокарта. Даже поговаривают, что какой-то процесс. Возможно, даже жесткий диск там где-то завалялся. Но это не точно. Сзади смотрите. Видим, видим, видим. Слушай, знаешь, в чем плюс, кстати, консоли гейминга в некоторых случаях? Ты вот когда хочешь просто идти прямо и как Джон Рэмбо, короче, расстреливать всех, ты просто, ну, жмешь стик прямо и стреляешь, круто. А на мышке может рука дрогнуть. Все, так что. Геймпады задоминировали. Старый только, не знаю. Дергаться. Оу, ноус! Все-таки... Обалденно, прямо нам на лицо, обалдеть! Мой специальный эмоут Кустарибо был придуман для этого дня, ребята. Сегодня он нужен как никогда. 17 лет! У нас столько Кустари в чате тут. Там что-то было. Нет, там был универ. Не, ну, нормально. Просто безумное количество Кустори. Полируем Кустори Боба. Разминаем его, ребят, разминаем. Мне не писал во время стрима, пожалуйста. Просто разминаем. Скачок, фу! А почему ты самому не напишешь, йоу? Не знаю, вы с ним часто общаетесь, может он тебя слушает. Я могу ему лично... Брат, ты уже начал стримить? Брат, ты начал стримить? Брат. Бенч, могу фирменного леща завтра передать? Тебе... Да, будь добр. У меня сегодня тоже в ВК утром человека, это... которому ты... Парень спросил, на Гензе играть будешь? Он подумает, что это я. Приват. Я не скажу ему, кто это был. Гвианек! Ой-ой-ой, Алинушка! Надо не умереть. Спасибо, дорогой. Здесь. Бамс. Бамс. Я не то чтобы я призываю медвежонка Бамси, но... Такой есть? Медвежонок Бамси, серьезно? Я вас впервые слышу. Кто-то еще помнит? И я достаточно старый, знаешь ли. Медвежонок Бамси, блин, это что-то вообще древность какая-то из 80-х. Сейчас, мне Сталина тоже спалилась. И знаешь, я могу любить ретро, что тут такого? Ну слушай, это был, ну, типа, топовый комикс в свое время. Еще были, знаешь, комиксы про Микки Мауса и все вот это. А еще Гарфилд был. А еще был, знаешь, Гарфилд, что? Да, класс, Гарфилд, классный, да, журнал был, в котором публиковали Гарфилда. Вот это, вау, было время. Смотри, я самое идеальное название для журнала — это классный журнал, согласитесь. Сейчас как раз очень по-хипстерски так называть места. Классное место, кто-то говорит, еда, что Бейсовский Тратор это просто нон-стоп поток чуши, затыкая и перекрытие всех остальных. Зато кто-то говорит. Эй. Бамси для них поток чуши. Обидели Мишку. Бамси. Слышь, ты за Бамси мы стоим горой. Во-во, за Бамси и двор. Вот это вот все. Да, стреляю в упор. Главное, в воду не упасть, я уже так падал. Система хедшот есть, да? Да, эх, конечно. И по мобам тоже. Да, у босса с пулеметом, говорят, на спине у него критическая метка, это куда можно взять. Он сказал коготь? Коготь, коготь, да. Бесовский, бесовский! А! Мамка! Бог! Нормально. Я просто, знаешь, когда слышу коготь, вспоминаю фильм «Лжец-лжец» с Джимом Керри, когда там был типа такой свет, он сын своего пугал, типа, это коготь, и делал палец как коготь, и типа это было смешно. Ну, потому что Джим Керри, там плевать, что он покажет, это было смешно. Знаешь, когда Кусто Любов маленький... сегодня работает без остановки, жопчик, просто, без остановки. Просто без остановки. Хотя, что скрывать, я сейчас бы ржал, наверное. Блин, тишина, буквально 5 секунд, даже как-то непривычно. Что ты говоришь? Пьяно. Тишина? Я в порядке. Stop the silence. Матушки! Так, я им оторву лица. Ей. Бой. Я помню, я сейчас попытаюсь подловить. Она что же рандомно прыгает? Ну да, так... Застань. Сейчас я попробую сбить шифтом. Ну, отлично, это было быстро. Это было по фасту. Да, блин. Так, у меня ульта.
Сейчас босс будет. На боссе. Да-да-да, я до босса припасу. Блин, ну турбо. А, уже турбует. В смысле? Что? Почему лагинг упал? У тебя что после упал? Этого стрима будет легендарная ачивка «Высидел без соского». Будет. А мне сейчас есть смысл за Макри ульту гнать? Вот по нему очень опасно, он очень много дэмэджа делает. Ох ты ж! Cheers, love! Опс! Привет, отлично. Донат. Спасибо здорово. Большое за стрим. Ты лучший. Не за что-то говоришь. Хоть вы... Наслаждайся. До какого ранга можно играть на 60 герцовом мониторе? До какого угодно, я 4К брал. Не говорите со своими зрителями на стриме, господа. Я говорю. Говорим постоянно на разговорных стримах или там на каких-нибудь играх таких. Про сейчас. Ну да. Не, даже мне в какой-то момент стало немножко неловко, что типа все говорят. Я извинилась заранее. Я перед зрителями Забесовского, что ли, или чё ты, извини? За то, что не буду общаться со зрителями. Ребят, всем сори. Всем сори. Сегодня без общения. Где она, господи? Ааа, на камне! Всё, застанил. Простите, это было страшно. Она ещё жива, смотрите. Ползучая тварь такая. Мне сказали, что я могу тоже сбить ее, вроде бы, поэтому еще. Нормально. Она еще так резко, такие звуки мерзкие издает, как будто бы тошнит. Да не говори. Что естественно, то не без обратно. Сатанка, спасибо тебе за 50. Ух. Так, хорошо. Где вы ловились? Робот, он говорит, вы заказывали столик. Сейчас бы с геймпада в овер играть. Почему вы не... Купил бесовский геймпад, а он ему чак раз. Ну, он причем справляется, статистика. Капитан, блядь, ну не дыши, да, спасибо тебе. Я даже не слежу, чё. Я уже подлетаю в Венеции, буду через пару минут. Вы, а кого переименовать стрим? Такое, такое. Низ в дедовских очках. Ну, мам! Я их кидал. Не подари. Да, еще под ворота. Ладно, все, потеем, потеем. На шортах. Я надеюсь, что вы потеете, капа. Эй, эй! В смысле? Полетела она, блин! Вау! Здесь не успею. Кто это сделал? Окей. Ура, на дробовике бьет очень больно. Вот эти каратели с дробовиками, к ним лучше не подходить. Понял. Вот это принц. Ну, кстати, Рипер может подходить. Что происходит? Я случайно. Пом-пом-пом-пом-пом. Все, снайпер сверху, снайпер. Слева снайпер. Я бой. Нормально, нормально. Блин, как же некомфортно в 30 FPS. Ну на стриме да, у меня просто печка не тащит 60 FPS стримать. 1080, к сожалению. Но ты можешь поправить это положение, значит, всего лишь 100 тысяч рублей донат, и скорее всего не хватит на мой комп. Ну, сходи к нам на стрим. Денис, ты тоже не откажусь от нового компа, да? Чего? Ты тоже не откажусь от нового компа, что-то? Опа-па-па-па. От третьего, на самом деле. У тебя один под игры, другой под стримы? Да, да. Удобный сетап. Жирно, да? Да ладно! Жирно? При мне не говорят. Еще смотрите, справа остались тоже. О, ассасин. Где говно? Сюда иди. Сюда иди. Где говно? И так про женщину, а? Ну вообще. Ну в этом нет ничего сексистского, если что. По крайней мере сейчас. Спасибо, мой маленький Слен, за донатчик. Спасибо, дружище. Слен? Слен, ну вот скорее всего там человек ошибся буквой, но... Ну, это так мило, как моя маленькая пони. Да? Мне кажется, с этим, да, аналогия. Завтра человек честный. Какая себе аналогия? Да, конечно, так. Опа! Обернись.
Снипер. Снайпер лежит. Так, надо чувак. Ой, жопшник пришел. Матушки! Я умер, ребята. Так. У нас проблема. Да вы че, ребят? У нас проблема с пулеметчиком. Тащи, бей. Надо было не бить его, надо. Да, ты здесь. У меня же геймпад, у меня же лапки и геймпад. Бес, он идет на тебя. Ох ты, что я говно! Фак. Не надо было мне на розану деле все-таки. Да тут такое. Я зря прыгнул, у него сам тоже. Ой, спасибо тебе просто, эксперт. А ты командуй нами, а то мы... Чё-то я уже начинаю уважать своих тиммейтов. Да нет, нет, вы это все нормально делали. Мы все слушаем Бейса, как бы мы слушаем его cool stories. Это самый легкий. Знаешь, ты можешь в любой момент скомандовать так, закрыть, пожалуйста, хлебальнички. Не-не, просто не надо было мне в него прыгать, я сам прыгнул в него зря. Не рассчитал немножко силой. Да ладно, сейчас мы оторвем ему лицо. Надо было его покаятись просто мне. Зря отдался. Может, это будет не сразу? У меня, знаете, походу, это проблема умирать на последнем стейдже. Я уже тогда еще закинул катку на легендарке опять. Камон. Опять намекаешь. Легу пройдем, ребята? На композиции прошлого. Ща, апнем бойца и сразу в легу залетаем. Я, между прочим, смотрел «Фабрику звезд» твою. Я тоже. И не одну причем. Покажи им легенду. Нет, легенда очень жестко будет. Там очень много дэмэджа, ребят. Я уже не особо смотрел там, где был Тимати, но это вторая сложность, боец дэм. О, слушай, второй донатер с еще более крутым никнеймом говорит: «Мой большой дилда». 51 рубль. Говорит: «Люблю дилдить». Ну, кстати, возможно, это один и тот же человек, у которого маленький след, но очень большой дилда. Хорошо, что все посетители клиента Battle.net теперь знают и про маленький пенис, и про большой дилда. Спасибо. След. Ой, да ладно, не скромничай. Все знают, какой ты. Blackwatch играет по своим правилам. Алина, смотрите, подмазал, потому что она понимает, что она может тоже. Ты не скромник совсем. Хорош. Все смотрели этого суперсидюсера. Ооо, ты тоже стримил это? Я тоже стримил это. Блин, а мы, короче, психанули на часу, не знаю, там, втором и заспидранили, короче, все. Правильно, сидюсера, интересное дело. Да, да, там за полчаса буквально там все допрошли уже. Это был странный опыт, знаешь, ты тогда. Ты останавливаешься, чтобы читать диалоги, в которых ты такой: а теперь я доставлю член, знаешь, вот в таком духе. Вот, а все остальное там уже стало скучно и предсказуемо. Мы даже перестали, знаешь, размышлять на тему того, а что бы могло быть, если бы так. Так, умирать нельзя вообще. Я больше не умираю, все. Давайте, надо не отдаваться. В конце. Надо еще кукать. В смысле, почему там стоите? Слушаю вас. Так, мы уже начали, ребят, давайте, да. Вверх, сразу же вверх. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, быстрее, интернетик или кто там, не пустит, кто-нибудь сделайте это. О, в чатик улетел первый котик на Overwatch, срочно всем в Battle.net пытаться зарегать, уху! Вечеринка, поехали убивать. Где в класс, кто где? Все нормально. Так, а это повышенный уровень сложности, да? Не-не-не, ребята, тот же. Тот же? Просто мы постарели. Вспомнили «Фабрику звезд» и все, песок посыпался сразу. Сейчас все будет. Круто, ты попал на ТВ. Просто какой чатик? Чатик на Ютубе в этот раз. Во, нормак. Е. А я смотрела интервью с ведущими MTV, и это было очень приятно недавно. У Дудя на него. Вот так увлекаешься. Да-да-да, очень приятно было, я прям кайфанула. А у меня в Смоленске не было MTV, поэтому я такой, ой, все эти люди. Ты из Смоленска? Да. А именно из Смоленска или откуда-то по Смоленскому? Прямо из Смоленска. У меня просто родственники в заболотье. Звучит как локация из Ведьмака. Да-да-да-да. Практически там так и есть. Battle for Azeroth, это значит, вот следующий DLC, а через него будет как раз Legend of Заболотье. Ну, вообще похоже на Ведьмака, правда. Нет, кстати, нормально, нет? Опять Кустори Бобу в чате. Не душите Кустори Бобами, ребят, ну так душите, так душите. В России много простых людей. Со сложными судьбами. Где стрелять? А вот там справа.
блин, то есть я зря всех. Ну ладно. Спасибо за донатик. Тут один никнейм просто хлеще другого, я уже даже не знаю. Тут нас смотрит дети. Нам любопытно. Драчупан всея Руси, например. Ох, как оригинально. Ну слушай, человек творческий, креативный. У него есть проблемы, судя по первому никнейму. Но нет комплексов. Это хорошо. Бегом на выход, пора убираться отсюда. Бегу. Ну что, бандиты, вас подвезли? Подвези. Подберу вас на галерею, двигайте туда. Overwatch Uber, вы вас подвезти? Денчик, 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 Денчик. Поднимайся с колен. Спасибо. Давай, ну поехали. Дарк Болот. Отдонатил. Дарк Свонс тогда. Как там, подожди, за Болоть получается? Автор Свонс какой-то там, не знаю. Факс, не души, пожалуйста. Не, ну, звучит уже не очень, звучит никак. Пусть это будет после Болоти, значит, после. Ну, короче, ладно, мы это обсудим как-нибудь на другом стриме про смешные города. Или там. Не города. Может быть, мы сейчас такие вот стримы, значит, он потом, знаете, там, у нас фичи. А завтра, бац, выходит, значит, патч-ноут World of Warcraft. Чё, чё там? Новая локация. Че, конечно, легенду подъехал, я показал, сейчас посчитаем. Хоть какой-то вклад в индустрию. Секунду, бро. Там снипер где-то был. Да, я как раз вот за ним побегал. Вау, это по кайфу вообще. Нет. Что говорят за режим? Это режим, собственно, ивент, доступный до 30 числа. ПВЕ. ПВЕ, как несложно догадаться, то есть в овере можно не только отрывать лица, собственно говоря, незнакомым людям, но и незнакомым. И потом. Почему у меня льтам? Туман, спасибо тебе за все три. Туман, брат, а предыдущий ну, легендарка трудно пройдем, попробуем? Да, можно было. Бой. Да, можем пойти поиграть его после этого, понял. Ну как тут на Legendary пройдем? Фастран. Спидран, я думаю, да. Это нормально скорее. Буквально так сейчас на изи, честно. Спасибо тебе, Туман. Тогда нам нужны Special Tactics. 10к, говоришь, да? Мы будем ее придерживаться. Жестко, жестко, конечно, но... Ты сам понимаешь. Где? Командная игра. А, вон тут турбошустрик. Оу! Оу, 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 оу! На, застанил. Анак, признайся, да. Тебя Джефф заставил. Да. Нет. Джефф со мной такое делает в ранкере каждый день, а ты спрашиваешь, дружище. Нет. Просто эксперт, спасибо тебе, да. Да откуда ж ваш... Господин, у вас столько много. Слушай, вообще-то не набил мобов, почему появляется босс? Окей-доки. О, слушай, новый никнейм у нас в донатиках. Леша Романтик. О, это мой человечек. Говорит, здорово, передай Алинке привет, она меня знает. Да, конечно, знаю. И ему привет большой, здравствуй, Лешенька. Ты еще один бывший модератор? Конечно. И поехали. Интересно, я перебиваю его? Сейчас будет больно. Секундочку, секундочку. Важно. Так. Ой. Я в минус. Так, у нас проблема, ребят. Он на линии, он на линии. Ой. Матушка. Небольшая трудность происходит. И опять надежда на бейса. Не сражайся с ним, прячься. Я... Попробуй в шифте надо забежать. Просто попробуй в веслесности добежать. Я тебе надо пробежать его. Беги сюда, лес какой-нибудь. Может, успеешь. Двигайся. Македонский. Ааа! Ебой! Хорош, хорош. Еще меня поднять бы, ребят. Быстрее. Сейчас я бегу. Алинушка! Алинушка! Он даже не стреляется! Бесстрашный воин! Просто бесстрашный! Так, я немножечко вот сюда. Хорошо, супер-дупер. Господи, это было просто на волоске. Да, это было близко, правда. Ну не расслабляйся, не расслабляйся. Опять с геймпада играть! Фу-фу-фу! Вон как поднимаешься вообще, пацанов. Где Владгеймс? Где Владгеймс? О, господи. Все, штурмовик это... Улёг.
Бесовскому аплодисмент. Бать, да. Если вообще они тебя сильно душат. Самое главное, что да, еще, спасибо за разговаривает за очень много, спасибо, и при этом все равно, смотрите, нагибает. Это супер скилл. А мне одно другому не мешает. Ну, типа, я когда говорю, я плохо играю. Ой, когда не говорю, я плохо играю. Ну, типа, знаешь, я такой, типа, ладно, все решит судьба. Да, слушай, ты молодец. А здесь даже мило. Ну, нет. Постарайся. Ну, нет. Воу, воу, воу. Что, все? Ассасин еще остался. Где-то прыгает. А, она бесит. Если что, на геймпаде мне сложно в овере, это нот. Там вроде есть такая настройка про ускорение, собственно, прицела. Но что-то я ее так и не успел под себя настроить. Ну, чтобы там быстро разворачиваться, там нас. Так, ну надо сейчас не отдаться только мне. Надо сейчас пройти. Если пулеметчика встречаем, я не прыгаю в него, проверяйте. Просто не прыгаю. А если мы спрячемся в здании, нам это не поможет? Не, я думаю, сверху будем держаться просто постоянно. Пулеметчик, когда появляется, к нему главное не прыгать. Я вот прыгнул в него в прошлый раз, и мы проиграли. Я сейчас на дистанции останусь, будет нормально. Это ему повезло, что механизм реза изменили по сравнению с прошлыми людьми. Так, Стэн, не души, пожалуйста. Как, в смысле? Так стараемся. Максим какой-нибудь, нет? А что там? Перекрашивал крышу в разный цвет. Заходит как-то бейсовский геймпад. Может, вспомнить, что в духе крыш поехал там? Надеюсь, он ему как раз... Так, там три дробовика, аккуратно. Справа еще, да, что-то есть. Ладно, короче. Апчхи! Слева атакуют. Минус дробовики. Два, по крайней мере. Смотрите по сторонам. Видимо, это был третий. Ассасин появился, да, слева. О, ну, тут трудно его поймать. Так, вы вот с крыши-то уже срезали. Минус ассасин. Все, минус ассасин, да? Да. Ух! Говорит, как ты думаешь, красавчик лучше? Я думаю, да. На самом деле у каждого, собственно, игрока свой любимый герой, я думаю. Я вообще тащу только за Турбосвина, если что. И это, знаешь, типа, как бы. Да, даже в некотором роде ироничненько. Турбосвин не самый простой персонаж, на мой взгляд. Ой, не знаю, я очень люблю за него кидать. Хлебом не корми. Дай кинуть. Анак, это ты, я думал, ты еще один ниндзя. Не-не, я свой. Вы ниндзя. Это было просто. Бог это? Так, блин, надо уйти быстрее до босса. Да, парни, он сейчас уже примерно где-то должен появиться. Да-да-да, сейчас появится пулеметчик, к нему только не подбегайте. Снипа слева, давай. Ух! Ну ладно. Вот походу сейчас будет. Что за проценты на нас, кстати, вот эти? Я так и не врубил. Это готовность ульты. Ага. Чтобы могли скоординироваться. Оки-доки, сижу там. Ну это для легендарки. Чтобы в ПКД прям фигачить. Воздух! Зачем было про крышу? Юрка штанов не выходит из головы. Прям новый игровой опыт. В плане шутеров на геймпаде на ПК. Да ладно, чё, я во много играл на ПК с геймпадом. Это был. Бегай, бегай, бегай. Бегай наверх обратно, Алина. Ага, ухожу, ухожу. Ёшки, матрёшки! Воу! Ватт! Блин, пипец, их тут много. Так, я вниз. Вперёд. У меня 20 хп. Я умер. Это... Алина, ты где? Меня подняли, меня подняли. Денчик, 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 давай, денчик. Давай, давай, давай. А-а-а! Алинушка, как тебе подняться? Алина улетела. Я в воде. Надо отвести пулеметчика от нее, слышите? От того, где он лежит. Так, у меня есть ульта. Я не знаю, насколько это хорошая новость для нас. Ё-моё. Спасите Мойру. Так, ну что, Мойру поднимается? Так, возвращайся в бой. Нам хил нужен очень. Блин, спасибо, Анак, спасибо большое. Короче, я готов давать, если что. Возможно, Макри. Где-то еще пулеметчик ходит. А вон справа, да, далеко. Да. Короче, я врываюсь. Давай, пробую. Он своего скопил. Хотя это дерьмо. Где? Да! Одного. А, нет, это не тот был. Ну, это была немножко слитая ульта, я так сказал бы.
Ой, ой, ой! Минус! Отлично! Ей! Ебой! Все, пойдемте наверх! Ух! Когда я в воду улетела, я просто всеми силами пыталась Анака спасти, и как бы, ну, отлетела, а там меня прибили. Еще один? То есть... Не-не-не, смотри, что тоже прилетел. Мы можем улететь, все внутри. Внутри, внутри, внутри. Гоу-гоу-гоу-гоу. Набор, набор, а если, набор. А если бы мы им оторвали лицо, мы бы что-нибудь получили, да? От новой звездочки вот этот. Мне скажут, что можно до конца остаться и убивать последнюю волну. Блин, он, скорее всего, как раз последняя звезда. Все, ребят, легко, даже легко. Легко. Тупо отлично. Не почувствовали просто. Поздравляю нас, двоих петух. Ей! Цель была уничтожена. Просто не почувствовали. Это какой у нас уровень был, получается? Последний. Как-то неправильно вышло. Это был боец второй. Второй только сначала. Не сверху. Еще эксперт остался или легендарка? Да, да, да. Короче, скажи так, мы крутые или нет? Ну, два уровня сложности мы уже прошли, скажу так. Я все думаю. Ну, неплохо. Не с того ли момента все пошло не так? Говорит, легенду они пройдут удачи. Но кто-то знает. Звучит так правильно. Спрашивают, сыграем ли мы в этом режиме, в режиме Батя, все герои. Спасибо за сотку, спасибо. Да можно попробовать, кстати. Да, мы можем сейчас пойти все герои сыграть. Да, из этого, только подожди, ты не выходи, я выйду. Ой, давайте сыграем этот режим все герои, да, хотим? Давайте, давайте, да, все герои, да, вот это именно я и хотела сказать. Так, начале. Заходи в группу. А желтый это хорошо, если выпадает из ящика? Желтый это легендарка. Это самое хорошее, что может быть. Mm-hmm. Ну, то есть, говорят, что на клавомышке не вариант играть, а зачем, если мне удобнее на геймпаде? Так, у меня вопрос, какую сложность будем, бойца или эксперта? Вот мы прошли только что бойца. Давай то же самое, что сейчас было. Окей. Говорят, передайте девочке из команды привет, она меня знает, но стала забывать, пишет Док Шмар. Знаешь, Док Шмар? Это боец был, Шаги, я не ставил. А ты уверен, что я тебя знала, Док Шмар? Прикольный ник, но... Мы еще не играли. Ну, в смысле, в данном случае это Док имеется в виду, типа, как, ну... Доктор? Не-не, там через Кей, типа... Как же они... Ну, знаешь, как Док есть, куда корабль заходит. А, Док Шмар, Шмар, Док, я поняла, все. Петюня полетела. Спасибо тебе, Каптейн, за 50. Ну что, Турбосвайн? Где он там? Кстати, как он по-английски называется? Турбошвайн, небось, или как? Ротхок, ротхок. Ротхок, да. Фу, скучно. О, я смотрю, тут самый пекарь, смотрите, в команде, 4-й левел, как вам такое? Так, ну, Вов Геймс, нам нужен еще хилер и дамагер какой-нибудь. Ты кем будешь, стрелять или хилить? Стрелять либо вдова, либо солдат. Хорошо, я так хилер. Так. Давай тогда лучше я хилером буду. Да нет, давай попробуем, что? Ладно. Так, hello from Israel, Anak is giant in Hebrew seat. Oh, Tassadar, hello Tassadar. Thank you for your donation, my friend. I appreciate it. Yeah, I know that Anak is a giant in some languages. Так, ребят спрашивают, как мне участвовать в розыгрыше. На нашем канале я просто раздам ключи среди подписчиков в конце стрима, точнее ближе к концу. А у ребят не знаю, как, расскажите. Ну, я тоже к концу стрима буду разыгрывать ключи между подписчиками и просто зрителями. Блин, я уже так приноровился к этому господину, к своему риперу. Да-да-да, всегда не просто менять персонажа во время игры. Типа, эй, а где мой шифт, или как это называется? Шифт, от которого вот невидимость ванишь, да? Ну, бестелесно, да. Восстановитесь. То есть за рипера играл второй раз в жизни сегодня. Я подлечу. Даже хук кидать пока не надо, прям. Странно. Ну, блин, столько хп просто вообще. Сверх, смотрите. Я позабочусь о лечении. Еще справа что-то есть. Это какой уровень сложности? Это тот же, который мы только что прошли. Только мы теперь всеми персонажами играем. Жить будешь. Слушай, это тоже прикольно. Конечно, типа не по лору, не по канону, вот это все. Ну, приятно поиграть. Вижу новые матч. Цели. Ты там прям дерзи еще, смотри. Я тебя не оставлю. Где я сейчас вообще?
Слушай, интересно, я ассасин с снайпером смогу же выцеплять своим пауком? Да, по идее ты сможешь. Только, наверное, вот большого босса с пулеметами нельзя хукнуть, я не знаю. Ну, было бы, кстати, нелогично, но окей. Хотя, ну, технически турбосвин турбосвина может, или там Рейнхард. А ну, бой! Могли бы. Чуть всех кто-то есть у нас, ага. Нормально. Тоже не один. Найс. Заживет. Приятно. Not bad. Не, я не через Амадом, я просто кидаю в чатик, и тот, кто первым. Ловкий, смелый, как там, если это смелый, ловкий, умелый, и джунгли вас будут звать, то вы такие, типа, бац, вводите кодик в Battle.net, благо человечество придумало копипаст. Это будет не так сложно, но и не так легко, потому что жадных до ключей на Overwatch. А где снайпер? Да, вот ты тоже хотел спросить, а где снайпер? Убили уже? Слушай, сзади еще другой появился. Тут по-другому моб появляется, похоже. Но сзади какая-то волна непонятная. А вот снайпер. Опа, на мне ассасин, я щелбру. Так, она съела меня. Слушай, да, ее можно это выцеплять, по крайней мере, от ее. Я тебя прикрою. Ну хух, хух, сука! Хух, втопил, не туды. Так, так, так. Где? Дайте мне. Жить будешь. Я видела раны и пострашнее. Слушай, ну, что-то не пойму, то ли все-таки он ее не особо тащит, то есть он ее станет на какой-то момент, то не тащит. Да, возможно. А давайте, если сейчас мы, ну, так же четко пройдем, как в прошлый раз, ну, вот, типа, добьем волну. Так. Ну, окей, okay, попробуем. Это было просто пожелание твое или какое-то предложение после? Ну, звездочек побольше получить. Ох! Ох! Мужчина! Вы себе позволяете? Разберитесь с ней. Внимание, враги! Снайпер нейтрализован. Сам себя подлечу. Ерунда. Жить будешь. Ну ладно. Тактический визор активирован. Усилено. Сопротивление подав. Все? Все? Я подлечу. Так, у меня улетается, что есть под Босяцкого? Он же сейчас уже будет, да? Ну, чуть дальше будет. Еще площадь пройдем. А, точно, точно, точно. Не, память тут крыпки. Как оно говорено. Ю! Усиление действует. А ну, бой! Голос странный. Вообще прикольно, приятно. Фух. Это другой уровень, да, вообще вечеринки, собственно, за других героев. Мне кажется, в некотором роде даже, наверное, легче, не? Да, и намного проще. Вперед, я позабочусь о лечении. Приятно не буду. Ладно, я улетаю, так что. Ассасин, берегитесь. Ассасин вон там. Я за тобой присматриваю. Да ёп. Тебе бы поспать. Ассасин еще живой, ребят. Mm-hmm. Опять на мне. Вот где-то сзади. Ага. Сзади. Окей. Отлично. А вот пойдет. Ну что-то дэмэджа много. Блин, Анна, кстати, насколько я знаю, самый сложный хиллер. Ну да, за нее попадать надо. Я видела раны и пострашнее. Которая со снайперки хилит, типа, да? Да. Но врагов больше. Врагов больше. Босс. Ну, вообще, как-то нет, по-другому нет. Немножко, да. Нет, нет, босс. Так, он босс, а что, я втопил уже? Сейчас он будет разгоняться, аккуратно. Ох! Тот... Хорош. Должен остаться только один толстяк, так что да. Это будешь не ты. Да, да, собственно, по нему не проходит дамажье. Ага, нормально. Бой. Ты что хочешь? Я подлечу. Да блин. Ты что тапишь? Сука, в смысле? Пошел ты нахер. О, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Я
Слушай, такое ощущение, это... отлично. Нормально. На них вот эта фиолетовая штука какая-то появляется, это скилл чай или что? Это я кидаю банку, но в этом режиме он не важен. Он блокирует исцеление. Но они все равно не лечатся. Так. Окей. За галереей есть дворик, там я смогу вас подобрать. Они атакуют с потолка. Враги, да блин, матрошка, ты забыл. Так, ну она меня съела опять. Вот любит ассасину Ивану прыгать. Нормально, нормально. Не, слушай, подтягивают все-таки кара... А, блин, карачи я думал. Привет, Дезволкер, здравствуй. Добрый вечер. Да, спасибо. Пропилов, наверное. Как-то оперативно. Ой. Да, эвакуация. Жить будешь. Поехали, ребят, поехали. Поехали. Самая жесткая часть начинается. Ой, ребят, просто я стараюсь. Простите, если вас смущает мое лицо, выражение. Сейчас с тобой комбу будем делать в ЛГ. Чего? Когда ультанешь, я тебя ультану тоже. У тебя будет очень много дэмэджа. А, да, кстати, я хотел спросить, чего это? Просто ульту, когда хочешь, я докину. Ты первым начинаешь в этой комбинации. Окей, ну ты скажи, когда мне так, слушай, у нас... применять ульту, потому что она у меня есть, заряжена. Да. Надо помочь слева. Остановитесь, берегитесь, тут снайпер. Вижу снайпера. Кому нужно лечение? Не, я притащил снайпера, слушай, огонь. Я за тобой присматриваю. Я бы вышел отличный пудж. Ну, слушай, я как в жизни, так и в игре. Кстати, в дотке не тащишь пуджа, к сожалению. Я видела раны и пострашнее. Только здесь. Вижу новые цели. Где новые цели? Справа что-то было. Ничего. Походу, право вниз. Внизу, да. Снайпер по центру, снайпер по центру, на помощь. Снайпера. Давай нажмем, давай нажмем. Давай. Сейчас я попробую вытащить. Из самолета должно было что-то упасть справа. Почти ульта, почти ульта. Сейчас на босса бы ее спустить хорошенечко. Да, скоро уже будет босс. Ну да, да. Я как раз молю всем богам. Был перфект тайминг у меня. Засыпай. Вперед, я позабочусь о лечении. Воу, 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 дробовик. Вот, все хорошо. Я подключусь. Где-то снайпер, ребят. Снайпер не вижу. Вижу, вижу, вижу. Наверху. Надо снайпера поймать. Босс, босс появился. Короче, если с поддержкой хила, я... давай. Ну-ка давай, я тебе еще и буст дам. О, по боссу, по боссу. Снайпер все еще живой сверху. Супер, снайпер вижу. Или он. Или она еще жива. Снайпер еще жива сверху, надо убить. Блин, не дотянулся, твою мать. Чуть-чуть не хватило. Сняла снайпера, все. Умничка. Я уже подлетаю, сейчас подберу вас. Ну что, на еще одну волну, не? На 5 звезд. Давайте остаемся до конца, давайте, да, попробуем. Давайте останемся, только давайте поднимемся все равно, наверное. Это лет, как раз, да? О, босс. По центру босс. Ой-ой-ой. Два босса появилось, два пулеметчика. Да. Минус треть уже у первого. Давайте фокус на одном. Давайте, давайте, вот этот, который правый, который более битый. Он пол хп. Чё за хитбокс, блин? Да ты сдохнешь сегодня или нет?
поднимет кто-нибудь? Так, у меня есть ульта, сейчас. Там горячо. Осторожно, здесь тяжелый формалин. Спасибо, спасибо. Подключи, пожалуйста. О, здесь хилка внизу. Меня ассасин съедает сверху. Меня съели. Вы без хила дальше. Ай, меня съели. Денчик, Алина, жизнь. What the fuck, what the fuck? Серьезно, что ли? Эй, только не умирай, Алина, господи. А, все, до свидания, ребят. Ну их тут очень много, прям три пулеметчика тут. Да, блин, да. Круто было зато, мне понравилось. Три ассасина. Прикольно, прикольно, но сложно, блин. Ну, тут, тут реально очень много мобов. Мне кажется, нас, знаешь, что сейчас убило в первую очередь? Ну, такая небольшая паника в первой волны, так скажем. Так, как и обещал, сейчас на твичик залетает котик. Так. Так, все так, так. Минусанок, минусанок. Не, ну здесь я потерял ВЛГ, но очень много мобов было. Прямо, слева прямо были мобы, которые меня отвлекали. Активируйте, играйте. Два пулемета, три ассасина появилось. Enjoy. Тут... Прям очень трудно растащить было бы. Фух, слушай, ну азартный такой режим, надо сказать. Ребят, пригласите меня, пожалуйста, я отойду на секундочку. Окей. Изи. Хорошо, что приглашаю, не. Поэтому я могу говорить изи. Быстро, у тебя хилка есть на свинье. Ну да, я Бастик, знаю, я же ее регулярно Бастик с Алисой в этом режиме, скорее всего, куда сильнее, скорее всего. Ну, как всегда. ПВЕ режим Алисы и Бастиона хорошо мы проходили уже залезание внутрь транспорта, но наша сейчас цель была попробовать, ну, вытащить. Последняя волна же бесконечная. Кто-то говорил мне, что не бесконечная в донатах сегодня, кто-то говорил. Сегодня кто-то донил, сказал, что можно пройти, если не улетать. И потерпели фиаско. Господа, где ключ активируется в батлнете? В батлнете, да. Собственно, заходишь в батлнет, там клацаешь на непосредственно, там, не знаю, свой аккаунт, и там было где-то там... Ну, я точно знаю, что можно через личный кабинет, на самом деле, на сайте активировать ключ. Ну, я через сайт, на самом деле, всегда активирую такие штуки. Да, через сам сайт Battle.net просто залогиниться, и там в кабинете в личном есть, это, тут надо поискать немного. Ну да. Вот. Нет, там и через этот можно, сейчас даже посмотрю ради интереса. Такие дела. Там... От вас будет ключ? Да, у меня три ключа, ну, тоже да, есть, я записи, попозже всего, разыграю три ключа, думаю, вот, после ивента что. Ну, собственно, мои господа там уже оперативно их активировали, так что... Три ключа будет розданы да. Здесь тоже, на этом канале. Говорит, Nice, на Twitch кидать, здесь сидит меньше людей, ну, поэтому на YouTube два ключа. Для сапчиков, думаю, всем, дадим два ключа и для всех один. Вот так вот. Ну, кстати, сейчас это актуально, пока до 30 апреля это... Она плоха в этом режиме, потому что дискорда нету. Легком. Чили, что ли. Я думаю, можно Zen попробовать старый ивент. В таком случае, раз. Да, мы можем пойти еще старый поиграть. А я пока анбокс сделаю контейнеров. Я, пожалуй, тоже, кстати. Что дают боксы контейнеров? Ну, тут могут быть легендарки, как бы. Легендарки могут быть. Ну, могут быть, Джефф, давай. Хотя бы в следующем-то. Ну, в этом, одну легендарку там. Ну, одну. Здорово, Лариска, блин, такие, кстати, на лиге классные скины у народа. Ну, ключи я бот даже... выберет, кому отдать, ребят. Бот выберет, кому чуть-чуть ключи. Не взял. Хотя понял, что, блин, я все равно буду с ней там играть в овертон. Ариса, Мэйн, Рей, такое. У тебя через бота ключ будет? Да, Фатик, я через бота отдам два ключа сапчикам. И один ключ для всех будет. Ну, так сделаем. Паныч, здорово, спасибо тебе за риса. Спасибо тебе за 6 месяцев. Да еще и за тех два, Паныч. Добрый вечер. Не выпало ничего, чтобы прям колокотало внутри моей души, чтобы я такой, да, на что это же? На колено Ариса упала. Ой, фу, Ариса, Бригитта. Такое. Такое. Так, такое, а что такое, мы такое, сейчас такое делаем? Такое. Я прослушал. На старый ивент давайте сходим. Ну да, есть предложение сыграть прошлогодний ивент, который давайте. Назывался Мятеж. Go. Только Алину подождем, она отошла. Удачи в мятеже с такими тенейтами. Спасибо, Томас Неко, спасибо тебе за донат. Прорвемся, не надо как переживать, все будет нормально. Конечно нет, сейчас разберемся с мятежом. По бырику, на изичек. А там в чем механика? Я потому что только в PvP всегда играл в овер. Ну, там похожий режим, как и этот, только миссия другая, персонажи другие. И тоже можно играть фиксированными персонажами, а можно взять, выбрать из всех. А, ну тогда лучше возьмем себе... этих лорн. Ну сказать. Да, я думаю, лучше лорном сыграть персонажами разочек хотя бы. А там можно 2-3 катки, может, PvP и хорошо. Назарю по ТГ топу выпал, ну, не выпал. Но вообще, я. Не, назарю мне не очень понравился. По ТГ мне не очень понравился. С удовольствием. Не особо. Вот там-то я покажу свое истинное лицо. Ну да, вы, кстати, новый. Возьмем его. Так а что мы не заходим в игру? Мы ждем кого-то, да? Ну мы тебя ждали. Я так и думала. Ладно, давайте.
Так, значит, запускаю старые архивные задания. Гоф, и... на этой неделе продолжим вторую и третью часть пройдем. Что вы пройдете? А, там у меня просто марафон бойца по God of War по всем частям. Получилось, что я чисто случайно прошел новый God of War перед... Кто кем будет, правда, не знаю. Я уже не помню, что здесь играть надо. Закончить. Что здесь делать надо вообще в этом ивенте? Этот год уже прошел, но в прошлом году это было офигенно. Еще очень хочется играть во все подряд. Просто офигенно. Даже Warcraft хочется сыграть. Но так и не научились. Победили в войне с омниками! Вот это понимаю, вот это мои ребята. Да, собственно, первый ивент. Его можно так скипать. Это мои ребята. Мятеж? Я играл? Должен нет. Первым да. Шагом к нашему общему будущему. А, там же был видосик. Слушай, может, даже и играл я в нем. Может, я уже не помню. Он же выходил чуть-чуть там не год назад, да, наверное? Ну да, ровненько год назад. Внезапно атаковала Кингс Роу. Сотни горожан были убиты. Не, потолка неплохой, на самом деле, Назарю. Но не 10 из 10. Я бы лучше сделал. На выживших стопудово я играл. Где лучше овер на PS4 или на ПК? Ну, я не думаю. Кто выиграл войне с омниками? Как кто? Мы выиграли, мы. Ну вот мой комп, конечно, мы. Из говна и палок, и игрушка на 60 FPS чешется отличненько, здорово. Еще развалим. Я правда не помню, кто здесь еще делает. Какие вообще даже классы не помню. Рейнхард, Ресян. Саня, можешь посмотреть, что за печка. Торг. Так, ребят, ну надо решить, кто кем играет. Так, Ангел, Трейсер, Торнбьорн, Рейнхард. Ну, слушай, чисто на правах геймпада, мне кажется, лучше взять мне этого Рейнхарда, да? Наверное, да, наверное, да. Я буду главной героиней. Давай. Я там буду торбом. Ну, поехали. Сейчас будем разваливать кабины. Обычно шутеры поудобнее на ПК, вроде говорят. Ну, слушай, кому как, вот я играю с геймпадом, поэтому у меня вообще разницы нет. Что на Соньке, что на ПК. На Соньке просто, типа, ачивочки какие-то падают. Ребят, батя на торбе! Я никогда не играла за Ангела, так что извините меня, я даже не представляю, что надо делать. Ты главное вовремя, герои не умирают. Да-да-да. Не, ну за Ангела все просто, если цель битая, то лечишь ее, если целая, то дамаг, бустишь правой кнопкой. Рез я не помню, кстати, здесь тоже автоматически или нет? Надо будет проверить, когда кто-нибудь упадет. Потому что Рез же обычно еще поднимает людей в рампе, да? Ну или там просто вручную. Ой, идеальный геймплей для меня, короче, на геймпаде. Кнопочку жмешь, все происходит. Так, скиллы не помню уже. Так, там Алина, брони... Хотя, ладно. А что такое Е? Что такое Е? Не, не... У тебя Ешка это вообще рез вообще. Cheers, love. А, я поняла. В этом-то и дело. Врываемся на стрим под донат. Мы опять на бойце, Андрей Казбрат, да? Спасибо тебе за 200. Господа. Спасибо тебе. Будем броню заталкивать. Мы сейчас стоим и активируем турель. Нам нужно стоять в зоне, ребят. Прямо вот внутри в гараже в этом. Видите зону? Давай. Типа захватываем просто, да? Ну да, сверху видишь полоска таймер. Взломать терминалы, 70% у нас. Я пошел что-то гулять. А напомнишь, что у Рейнхарда? У Рейнхарда он станет перед собой всех. Он молотком бьет по земле. И все, кто перед ним оказывается, они падают на землю. Окей. Потому что я типа обилки, в принципе, помню, а вот что-то нет. Впереди будет дворик, он так. Отметила на радаре. Одна есть, осталось две. Что-то песню там совсем не слышно. Так, в принципе, если что, ульта есть, обращать. Похоже, в толпу залететь с ультой. Так, ребят, там со щитом парень. Я разберусь. Это было странно. Я думал, что ульта работает чуть-чуть по-другому. Не знаю, что. Либо может тут стан не работает, хотя будет. Ну короче. Не, должен работать на нем. Да, просто я как бы в пол ударил, такой типа, что? А, ну кстати, у него был щит, возможно, общит твой стан не проходит, просто. А. Возможно, из-за щита он не упал. Так, а что моя ульта делает, ребят, простите? Так, ну твоя ульта тебя усиливает, ты можешь летать в ульте, во-первых, а во-вторых, твой луч лечит несколько целей. Я поняла, супер. Ну, то есть просто усиливает твои способности. Да ладно, то есть ты промахнулся только что? Ну ты Геннадий.
Перегрев! Боже. Герой, не умирает. Герой, не умирает. Что происходит? Все, ребят, нам надо внутрь. Внутрь куда? Там сейчас прямо пойдем. Давайте, я щит поставил, да, отстрелил. Последняя точка осталась, третья. Сзади стреляет, сзади по спине. Да, есть сзади. Бушки. Лучший хил на диком западе. Так, куда здесь пушку ставить надо было? Не помню. Чё-то пока прям идёвенько где-то, не? Ну, самое интересное будет впереди, когда бастионы появятся. Тебе нужно будет Рейнхардом чаржиться в бастионов. Вот как ты чаржишься в обычных, ага. Тебе нужно будет бастионов успевать схватить и завести стенку. Они будут очень больно стрелять. Ты говоришь? И трейсерам, кстати, тоже нужно будет бастионов, по-моему, минками взрывать. Но они будут чуть позже. Сейчас. У нас там захват не идет. Отошли к пушкам. Да, кстати, нам уже стоять. Похоже. Так, да. Бейс, заходи, пожалуйста, сюда. Иду, иду. Навсегда. Иначе полет будет недолгим. Броня! Денис замьютился? Не, он, наверное, просто молчит. Денис, не мешки. Да я со зрителями общаюсь. Так, заработал. Да, большие бомбы. Кстати, точно, здесь бомбы еще будут. Так, тут еще будут, смотрите, вот мы сейчас на тележке стоим. И они будут пытаться ее взорвать. И будут большие бомбы. Тебе надо будет бойцовски тоже бомбы хватать и увозить от телеги. Роботы будут сейчас, да? Будут такие большие бомбы и бастионы, вот два типа, которых нужно опасаться. Так, а бомбы типа как брать? Просто на себя перекатывать? Шифтом, вот ты на шифт, когда заезжаешь в толпу. Понял. Разгоняешь, едешь, хватаешь бомбу и просто уводишь ее подальше. А мы в нее стреляем. Я уже даже начал понимать, что шифт это левый. Да. Вот справа наверху у нас хп нашего груза, он уже защитил. Бомба сразу много хп ему сносит, если дойдет до него. Сколько? Не помню сколько, на разной сложности по-разному, но будет больно, лучше их отвозить. Так. Но бомбы правда лучше отвозить. А вот бомба это ланцеты что ли? Не-не-не, я скажу, когда будет бомба. Мне кажется, нам надо разбираться. Давай мы с Торнберном направо, а все остальные налево, чтобы не разбегаться. Оу-оу-оу, здесь слева, да, проблема. Ну не-не-не, одной трейсер слева не хватит. На. Ну вот, видите, как ой, господа, я и говорил, проблема. Ему просто нужно было чуток прогреться. Спасибо. Чуток. Значит, можно двигать. Не совсем. И чего я ждал? Бастион, ты имел в виду ликвидаторы? Или не-не-не, они еще не появились. Ну, бастион, танчик, короче. О, бомба слева, смотри, появилась. Бомба слева. О, бомба слева, да. Посмотри налево, видишь бомбу? Вот она будет в две телеги, тебе нужно увести ее шифтом. Нормально, нормально. Убиваем бомбу, убиваем. Она мне дамажит? Не-не-не, она бьет только телегу. Okay. Еще кто-то хочет закрыть телеграмму, смотри, я понял. Справа бомба появилась, справа бомба. Надо справа бомбу увести. Сейчас могу. Упс. Ай, бум. Ну ладно. То есть как все будет. Этих бомб. Непонятно, нам по времени тут. Две минуты, видите, еще за сейчас надо. Сверху две минуты написано. Ага, да. Это дальше? Может, суперкоты? Что это за звук? Кажется, у нас тут небольшая загвоздка. Я пока бомб не вижу даже.
пока нету. Чё тут за загвоздка? О, бастион слева, бастион слева. Можешь его увести тоже? Он разложился, будет больно. Хорош, хорош. Вот так вот его и надо хватать сразу. Ой-ей. Что это? Что происходит? Справа стен, справа стен. Нас проблема. Позик жичит, может. Ох. А, я промахнулся, простите. Право. А, убираю. Умер. Ух. У меня стен уже, все отлично, все здорово. Да, бастион убили. Одна минута осталась на деф, одна минута еще. Ух! Ой, это да, помощь появилась. Да, бомба слева. Скиваю, слева, да. Справа что-то есть еще. Там справа. Блин, он есть. Спасибо. Слева что-то появилось. Справа. Да, помогите, спасибо. Бомба! Тащил. Ну надо угли. Быстро он сзади, ребят. Успел. Надо бастиона еще убить, все. Слева бастион. Я бегу. Поздно. А так, отлично. Теперь нам нужно сопровождать еще его. А ну, разорить можно? Поедем, красотка. Так, ну-ка. Они еще будут его взрывать. Ладно, я тогда пойду пить. Да-да-да, да. А что произошло с рейсом? Почему он стал таким вот страшным? Его ой, такие... я... Подробности я не знаю. Там раньше думали, что вроде как это происки кого там, господи, не могу вспомнить. Но если ты про его генную модификацию, то его Мойра вроде как таким сделала. Мойра, да, до этого все думали, что кто-то другой, я забыла, кто. Ладно, не важно. Йоу. Анак и Ор. История про Анака и Ор. Короткая история. Раньше что? Думали на ангела как раз, да. Ребят, справа, справа бастион в ульте, надо его убить справа, в переулке. Девочка. Очень больно делает. Справа, справа. Давайте. Взрывается. Ой, я помер. Груз разваливается. Он просто не выдержит такого натиска. Ну куда ж ты так ее? Пипец, тут жарко. Жалко, что телегу нельзя хилить. Да, никак. Да. Но уже почти доехали до двери. Немного осталось. Ну, у телеги, к слову, тоже. Да-да-да, телега тоже очень бита, ребят, надо защищать ее. Cheers, love. Бинго. Туман, спасибо тебе, да, так, спасибо за 220. Число. Просто бинго. Да что, в смысле? Бегу-бегу. Только ехать его прожать. Ой, чё-то я не добежал. А это было странно. Спасибо, Алиночка. Где Бейсовский лежит? Я поднял его. Блин, собачки жарят его постоянно. Смотри. Уходи. Фу, плотненько. Мне кажется, он немножко даже напряженнее, чем... По-моему, сзади бастион по звуку. Ну, Иван. Сзади? Да-да-да, бастион сзади. Опять я не ворон. Ой, я сейчас меня кидаю.
Вроде мы его откинули. Так, я умер. Он убил меня, он слева. Да блин. Вот уже дверь, вот она уже. Все отлично. Так, она подняли, да, нормально? Да, да. Вот уж спасибо за доверие. Да мне... Я, кстати, не помню, стенка дамажит будет или нет, она сейчас взорвется. Да понял. Алина руина или Алина исправилась? Как видите, так, Алина не исправилась, он теряет нас. Алина молчит, Алина более-менее нормально играет. Когда я говорю, мне сложно, я не такая, как убийца. Так, ребят, впереди Алисы. Алис можно... Басяндра? Тут Алиса надо обратно вводить, по-моему, да? Справа бастион наверху, аккуратно. Иди, кто его? Нам нужно убить еще три Алисы, их всего четыре. Помогаю справа с бастионом. Не ходите вперед далеко, потому что бастион справа мешает. Сейчас справа бастион надо. Впереди вторая Алиса, надо убить ее. Да, кстати, дальше слева на полке бастион еще один, видите? Еще дальше. Ой-ой-ой, как помнипуляют, а? Че сзади? Окей, окей. Ничего, это прямо они накидывают от души. Намана-мана. Ой-ой-ой. Блин. Так, бастион слева. Бронирую ее. Так, нормально. Вроде живет. Хорошо. На меня всегда играют безумные женщины. Просто бесстрашные. Его уже убили. Слева убили бастион? Пол хп он. Пол хп. Подожди, а как мне лечиться, самое интересное? А у тебя реген автоматически пассивный. Это да. Я сзади умираю, ребят, меня бастион убьет. Да, он пол хп сзади. Надо помощь сзади. Я иду. Вижу. Отлично. Немножко обуза. Самую капельку. Так, есть сейчас, ребят, сейчас, подождите, я бастиона убью, подожди, не врывайся. А где он? Еще 20 секунд, да, не, я убью его, слева от одного убиваю. А, я все, один номер. По-моему, справа еще один. Я сейчас пушку поставлю, можно будет. Нет, не убегай так далеко. Че, ворваться мне на них? Или рано еще? Да, в принципе, они умирают, просто держи щит. Ну или так. Ебой! Все, прошли, да. Найс! Вы заработали достижение. Изи. Что там за достижение? Прям с первого раза, ребят, не почувствовали просто. Ну, видимо. Мне дали даже ящик. Архивный контейнер. Контейнер. Убийство 117. Ничего себе. Тут так много врагов. 60 тысяч дэмэджа. Что? Нормально. Мне предлагают с вами объединиться, даже не знаю, стоит. Да мы и так в группе. От нас не уйдешь. Не хватило просто вот... А, чуть-чуть. Ну чё, пару так. Раз в PvP? PvP хотите? В PvP катнул туда. Ну пойдемте, давайте. Давайте. Ча ПВП будет. Чат, вы как, поддержите? В овере ПВ разгон, в общем, о чем он? Ну что, да? Время ПВП настало. Но зато знаешь, типа не успевать так. Надо есть. Рейсею, Самус, Рейсею, спасибо тебе за сап, спасибо за подписку. Добро пожаловать в комьюнити ученых, велкам. Кстати, еще прогрессору тоже Самус, да, пока мы играли. Прогрессору, спасибо тебе за сап, спасибо тебе огромное за поддержку. Велкам, добро пожаловать в наше комьюнити. Так, ну я не знаю, брать нам тортика. Тут к нам тортик в пати хочет.
Ломится прям. А ему места нет, наверное, да? Или есть? Есть, еще два можем взять, так. Ну да. Тогда можно взять, он неплохо играет. Так, кажется. Кажется, просочился один челик. Какие овчатки стали. В смысле, конечно, пуэр, весь пуэр. А ты как думал, ты звук? Прям такие копытом. Все правильно. Кэш ПВП. Ну чё, поехали? Бро, держись. Я держусь, что за вопрос-то? Это ранки-то или обычные? Ну, в ранке до нас не пустят вместе, потому что ранги большие, разница. А, ну да. Там нельзя, поэтому квики. Особенно меня. Че, глянем. Нас пустят вместе, как думаете? Бесовски. Просмотр профиля. А, ну он не играл, в принципе. Не откалиброванный. С некалиброванными не получится. Не ну, получится, ребят, ну, не сегодня получится. Играем на ПК, потому что все мои товарищи-коллеги играют на ПК, и я такой, типа, си? Шо-шо. Не получится ранки до пока. Взял геймпад в руки и на ПК тоже. Пуль-пуль. Пуль-пуль-пуль. Пока, ребят, пока без ранки-то обойдемся, я думаю. Пока не пойдем ранки. Брал легенду мятежа. Да, мы прошли в прошлом году, по-моему, легендарку мятежа. Я не помню, честно говоря, точно. Но мы в первый день очень плотно играли, очень долго не могли пройти. С Шариком, с Рубеном, с Нэшем, помню. Нэш был тоже, кто-то еще был. Вот, поэтому я не помню, что закончилось, честно говоря. Не помню, прошли мы или нет. Кажется, да, но это не точно. А поиск-то не шустрый. А может, потому что у нас как раз одного человека нет? Может, он нам ищет что-то подобное? Да, ему все равно будет трудно забалансить, поэтому. Ну, вот, нашел уже. Привет от Максимуса 666. Он говорит, что он тебя знает. Да, это мой саб. Ты его знаешь. Вот. Привет принял. Максимус абузит. Просто абузит. Так. Так, турбосвин, короче, поехали. Турбосвин. Я, походу, опять хилять буду. Блин, самое обом, что мне приходится каждый раз выбирать персонажа и мышкой. Я случайно. Это странно. Я случайно. Сейчас прикиньте побегаем. Ох, ох. На базаре беркут, нормально, нормально. Да, мультистрим, эм. Данчик, любишь в Даву? Шаутик, дружище, но мы сегодня разваливаем по полной. У меня там 26 месяцев? Да ладно, Максимус, серьезно? Я понял, так ты, оказывается, не мой саб. Френдзона. Я понял. Вот это, блин, очевидно. Здорово, Андрейка, здорово. Я понимаю. Ребят, всем добрый вечер, добро пожаловать. Я сегодня с чатом вообще интерактив почти не провожу по понятным причинам. Сегодня я играю не один. Сегодня мы играем в пати, нас четверо. Общаемся все вместе во время игры, поэтому сегодня, ребят, интерактива пока мало. Может быть, позже будет больше. Братуха, спасибо тебе за год поддержки, братуха. Здорово, okay. Спасибо за ресап. Вот и год вместе. Боже, какой ты старый, братуха. Уже год прошел, ну как так-то? Здорово, братуха. Даже эту карту не помню, блин. Прирост, да, потихонечку. Люль. 20 секунд до старта. Let's go. Народно только два кода, последний будет на ютубчике. Какой-то из моментов. Я думаю, ближе к концу. А, Анак, скомандуешь? Кому ну, куда? На самом деле, на этой карте, вот где мы с тобой стоим наверху, это и есть самая лучшая позиция. Но танком можно быть на точке, поэтому у нас вообще все нормально. Okay. Блин, я сейчас с трудом переключился, знаешь, ментально. Ребят, вы там далеко не ходите, там респаях, там обычно не дерутся. Убегайте назад. Да, я это осознала сейчас. Бесовский, тоже отступай. Ну, мам. Отступай, отступай. Видишь, что случилось с твоим Ханзе? Девочка такая. А, это Бригитта, это новая, да? Да-да, новая, да. Да-да. Беги, оу, беги, Бойцовский, беги, тебя убьют! Я не могу. Она, кстати, как норм? Ой. Да, она ничего такая. Но ты, по-моему, Анак не играл. Что-то внезапно это. Ну, я играл, только не ранкеды. Ее в ранкеде пока нет. Сейчас. Ага. Так, ребят, нас очень мало, мы все втроем. Секва, секва, секва. Хочу сыграть. Попробуй поставить на них. У меня что-то прям, этот, FPS дропнулся. Сейчас печка 6 или 7 лет. Что-то нас уничтожили немножко. Прям было больно. Что-то пошло немного не так, ребят. Снова в бой. Так, надо пересобраться. Первую точку довольно быстро отдали. Да, блин. Кажется, будет больно. Как же он их балансит? Не говори, Паныч. Балансер, походу, сейчас просто нам нормальную каточку закинула. Андюша, я пытаюсь. Немножко сложно, ребят, подождите, еще не вечером. Так, я уже почти с вами, ребят. Можем драться. Надо Бригитту менять, на самом деле.
Заморозка? Ни хрена себе! Что-то у меня в ПВП вообще это типа. Так, сейчас я стримом не выдерживает. Я вообще ничего не помню, как здесь кинуть. Кого мне взять? Давай, наверное, трясу. Просто давай буду трясу. Молчать. Я думаю, трясу пойдет. Чё-то у меня прям плохо, короче. И у меня тоже все очень плохо. А, ну может это пинг тогда, а не производительность? Ну как бы я в жопе, типа... да. Я до этого у меня такого Анна. У Алины пинг, да, она в Японии, она может позволить, так сказать. А я... Чё, вот так. А может ты за Алины к нам японцев сейчас присаманивали? Еще из-за меня, на самом деле, из-за того, что у меня, ну, короче, аккаунт с большим количеством бой тайма. Мое время такого не было. Нас забаланс очень жестко. Оппоненты тут потные. Плюс-минус потные. Явно играли в эту игру много, как минимум. Нет, просто, типа, знаешь, до этого, когда гамма в PvP, тут ладно, такого ну, дочка что-то не придумал. Так, Дюна Лисабна, пёс на дос. Пёс на дос, спасибо тебе за Лисабна, для Дюна. Дюна, добро пожаловать обратно. Спасибо тебе за подписку. Так, что-то нас как-то жестко забалансило. Да. Ну это кажется из-за меня, ребят, извините. Ну никогда мы тебя не простим. Ну-ка быстро. Да. Давайте новый аккаунт. Из-за тебя у меня, короче, FPS дропать, я уверен. Ну за FPS не знаю, вот оппоненты тут. Не, ну типа, у меня прям первый раз настолько дико, короче, все это выглядит. За FPS не виноват, но. Даже понимаю, Свон, понимаю. Тебя нормально идет, Рэд. Как ты могла, Свон? Как ты могла? После всех этих снайпингов. Вот что такое разница пикашная FPS и полгодика, FPS. Вечерочка. Все. Здорово, Бум Саныч, спасибо тебе за леса, спасибо тебе за полгода. Welcome back. Возвращение. Что ли, прескид? Нет. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Может быть, следующую катку забалансит лучше. Это не точно. Думаю, исцеление. Ничего себе. Вы достигли 6-го уровня, ну все. Мамка будет гордиться. Так, так, так. Ждем еще один матч. Сейчас будет так оно в бане, да? В кикосах работает карта с двух сторон всегда. Это было больно. Да. Мы сейчас с теми же чуваками доиграем, ты говоришь? А, это второй матч. Ну, если никто не вышел туда, остаются все те же. Ну да, значит опять не мне прям, мне прям было грустно. Сейчас не знаю, может что-нибудь еще можно включить. Вообще, знаешь, такое ощущение, когда вот меняешь настройки в Roche, картинка не особо меняется. То есть она как есть клевая, так и остается клевая. Так, низкое качество дополнительно. Если у тебя сильно лагает, ты лучше попробуй рендер понизить выходного качества. А это где? Это настройки, дополнительные настройки, и там есть масштаб прорисовки. Масштаб прорисовки автоматически 100. Вот, можешь его поставить 75, будет хуже графика, но лагать должно меньше. У меня спрашивают ивент напоследок. Шлифанем еще? Можно, в принципе, после этой катки. Сглажен, может, вообще отключить. Я сыграл бы еще раз. Ладно, попробуем. Сейчас посмотрим. Ну, стал пободрее, да, действительно. Сглажен. Так, без Волкер, ну, нормально короче, тебе там? Думаю, что за снайпинг? Что за снайпинг? Закончить как, это нормально. Так, да, у нас... Ну, блин, первый раз у меня так. Так, слушайте, Алину выкинула, да? Атака начнется через 30 секунд. Алину? Она симулирует. Она в меню. Выход из игры. Симулян. Не, что-то все равно как-то это... Тебе меня показывает FPS 57, но что-то я в это не верю. Так, ребят, Алину выкинула, что-то не так. Ну что, подождем. Что-то прям боль. Дезволки, заснайпил и радуется, бегает. Нормально тебе? Так, что у тебя там? Выкинула тебя? У меня прогрузка, надо... Так, мы покинули матч. Ну, попробуй перезайти, да, давай. Так, я, конечно, сейчас посмотрю, что там настройка. Не, ну в PvE все отлично было, тут прям что-то вообще одичало все. Сразу же. Огречи частоты кадров. Ну-ка, 30. Ну-ка, удиви меня. Так приятно, открываешь лаунчер вот этот вот, да, и там прям мы. А там ты, да? Да, да, так приятно. FPS, ну показывайте. Ну, страшно. Причем у всех так коротко, да, Алина, Рин, We Love Games, Анак и Денис Бенисовский такие в две строчки. Да, да, я поэтому все время это, типа, когда успеваю, говорю о том, что может просто Бенисовский, потому что Бенисовский это не фамилия. Опа. А. Да? Опа. 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 Твоя кликуха или что это? Ну, типа, да. Был такой момент, когда ВКонтакте банили фейков безудержно. У меня был фейк, короче, типа, под рок-н-ролльную группу. Ребят, кто мог подумать? Надо сделать, типа, вид, что это живой человек. Так называл Денис.
Бейс. Я такой думаю, нет, слишком неубедительно. Пусть будет бейсовский. Ну что, ПВП еще ищем или ПВЕ пойдем еще раз? Я бы в ПВП сыграл и ПВЕ. Окей, давайте, давайте. Тогда ищу ПВП. Давайте. Если ребята согласны. Гоу, да, гоу. Нормально. Сейчас попробую на консоли. Ребят, давно уже кусту Рибоба не расчехляли, поэтому пора уже, уже можно еще раз, в принципе, так-то. Не, ну а что, Уже как бы можно, уже да. Давай, матч найден, поехали. Хороший баланс, качественная катка, Юхенвальд. Прекрасно. Перезади, чтобы настройки применились, пожалуйста. Юхенвальд. Не успею. Не, может быть сейчас... Блин, короче, мы сейчас последнюю катку в ПВЕ, да, получается, играем потом в ПВЕ. Да, сейчас ПВП, а потом ПВЕ еще одну. А что, ПВЕ у меня все отлично. Сейчас посмотрим, может быть, эта катка тоже будет нормально, потому что, ну, прям, у меня в первый раз настолько плохо все было сейчас. Так, я на Генжи уничтожу их просто. Поехали. Все, порежем. У меня болит мизинец очень сильно, на самом деле, после следующего ПВЕ. Местами, как будто, действительно, с пингом проблем. То есть, FPS там держится на... Но я поиграл на Генжи, в принципе, ладно. Там, ладно. Минималка там была 40 что-то там. Ну, это прям жестко. Поехали, поехали. Сейчас посмотрим. Можно отказаться от своего тела. С кем ты стримил Хоминский ивент? Мы стримили его с Ялексером, с Ирваном и с Эксилей. Вот. Я мизинцем просто говорю, чтобы вы понимали, короче, сейчас немножко кустарят меня, я мизинцем дотягиваюсь до войс-чата, у меня активация войса с моей командой по кнопке, я дотягиваюсь до... Да, энтера на другой клавиатуре мизинцем, чтобы вы понимали. У меня две клавиатуры лежит рядом. Я дотягиваюсь этим мизинцем до левой клавиатуры. Ой, и еще шифтую за Генжи весь вечер тоже. Очень больно для мизинца, на самом деле, очень больно. Ну а так, в принципе, нормально. Заработал. Ну, скорее всего, это из-за того, что ОБС еще у меня ждет. Нет, Раджи Бендер, я Лего не прошел. В этом году Лего не прошел. Так, Лирари, Самуса, либо Самус, Лирари, добро пожаловать в комьюнити ученых, welcome, спасибо тебе за подписку. Я только что оговорилась и сказала, что Бейсовский просто не говорит. Welcome на борт. Ха! Да. Ну, кстати, на секунд 10 я заткнулся туда, мой кофек. Ча, немножечко, немножечко. Вот FPS сейчас 50, а что-то у меня... Попробуй с Vertical Sync поиграться. Сейчас попробую. Нет, понимаешь, ну типа с ОБСом, скорее всего, вот это вот так и работает. Я двоих убил. Ну, потому что okay. Отдельно без стрима было все. Ну опять же, в ПВЕ не было ни видно проблем. Бурат, не души. Так, а у нас хилер есть вообще? Ага, Бригитта только понял. Играть в настройки классно. Так лучше. Так, где? Заработал. Поставь на Йо чат, так я не могу, Йо далеко слева на клавиатуре. Я должен, короче, я должен говорить на той клавиатуре, а играть на этой. Да, в чем дело. Я поставил на самую близкую кнопку с левой клавиатуры, voice chat. Нет, и дотягиваюсь до нее. Стрим и PvP у меня. Но это так больно, палец растягивает налево. Не гусеничивает. Надо будет что-то придумать с этим. Жить, конечно, можно, но вы понимаете неудобства немножко. Ох ты ж. Ну что, порежем их, ребята? Ну ладно. Окей. Просто не тягивает. Ну, слушай, да, у меня как бы просто станет. ПВЕ, видимо, да. Гораздо меньше, ну, почти, всякого. Хотя не знаю, ну. Почти. Чисто с точки зрения так карты. Ну, хотя надо. Да, Сазар, надо тренировать мизинец, тренировать жестче его. Педаль для голоса. Не хватает педали, реально. Реально, нужно делать сбор, да, на стриме на педаль. Искать не буду, потому что. Чтобы были педали. Кинь клавиатуру на пол, жми пробел ногой. Прохладная история, Паныч, спасибо тебе за сотку. Я до энтера дотягиваюсь, который на нумлоке. До самой крайней кнопки, а не до пробела. Хотя уже расчекся. Я уже не помню, какой у меня там левел, чё он там за успехи. Не, ну типа... Мне больно это видно. Я ожидал такой подстава. Снайпер, будьте осторожнее. Неприятно. Ну, нормально. Так лучше. Твой выбор, дружище. I'm okay with that. Что-то Али прям унижает просто флешечкой, просто как на 4200. Блин, я вообще не попадаю из-за всего этого. Педаль байбека? Нет, педаль байбека спасибо, не надо. Не надо. На полку, я тоже, в принципе, кинуть нормальный вариант.
Профи на руле играют, понимают, говоришь, Сложно у тебя никнейм, чувак. Здорово, Дэн, как тебе новый кратс? На канале скоро увидишь. Я почему подумал, что его зовут Грегош, этого парня, которому отвечал. Это просто жуть. Меня следят на лицо, не спрашивая имени. И бегают как могут. Что прикольно. Иду такой не спешил, значит. Спасибо. Ковыля. Топчу как. Спасибо. Так лучше. За что улетываешь? Ау. Сука, обезьяна, умирай, обезьяна! Гринпис, с тобой не работает. Нет, ну пожалуйста. Брат. Пощады. Пощады. Ну это жесть, у меня там так, ой, вообще цирк творится. Просто. Все понятно. Почему граншотки тащат? Но. Камон, обезьянам, ас! Ну это было незаконно. Я же нажал ящичку, ну как ты прокинул-то? Ну как ты? Эвенты же проходили? Да, эвент мы проходили сегодня. Понятно. Прошли два раза новый, один раз старый. Все. 37%. Я не удивлен, почему у меня рожачился. В смысле, блин, мадафака? Нормально. Время хорошее, ребят. 3 минуты еще дофит. Она почему же на нас не кричишь и не материшься? А я никогда не кричу и на тиммейтов не обижаюсь. Не, в том плане, что... Ты где-то, почему ты здесь? Не-не-не-не. Тут очень трудно, на самом деле, построить команду вообще в этой игре. Всегда. Вообще всегда. Даже если играть с Академией Стаком. Команда сама по себе 6 человек, это как бы, ну, такое уже... Это не 4, не 5. Да, вот. Если все играют на одном уровне игры, то они как-то сами самоорганизовываются всегда. Как могут люди. Ну, в ранкедах. Вообще очень трудно управлять стаками. Блин, вот это просто. Горю. Сейчас на тиммейтов кричать, да? Кто знает, как кричу на тиммейтов, плюс чат сразу же. Понял. Кто постоянно слышит, как я ору на тиммейтов. Так. Мне кажется, игра что-то мне хочет сказать этим. А, она к ней гори, говорит. Ну это же невозможно так косить. Эй! Верните мой кто. А кто нас лечит? А кто нас лечит, простите? Я лечу иногда. Ну у нас Бригитта должна лечить немножко, но там мало. На 50 у меня, я ж с пикачкой. Нормально вам вообще? Вам чего плясуете-то? На кого я когда кричал из тиммейтов? Просто на кого? Ну опять же, он лечит PvP. Такой, происходит. Погинь. На кого это я кричу? Да камон, как так? Ой. Нет, только не хук. Окей. Чёрт, я заблудился, чёрт. Куда бежать? Замки ваши. Ну, беги прямо и направо сейчас. Конечно, охота на диву, да, конечно. Может, мне тут посмотреть. Груз достиг контрольной точки. Кажется, ресет. Но это не точно. На Рубена я орал? Не, ну на Рубена это по-братски, ребят, вы же ничего не понимаете. Да и где орал? Кто же, я орал на Рубена? Когда я орал на Рубена? Красиво. Что ты рассказываешь, а? Да. Даже если орал по Рубена, это не в счет. Мы, короче, с фреймрейтом сегодня просто... Нормально. Я не оценил. Нормально. Чё-то прям очень больно. Все хорошо. Исцелите меня. Что происходит? Что вообще за замес? А! Очень больно идет на Генжи, очень. Надо брать что-то другое. Думаю, что попробуем. Происходит? Груз приближается. Вот это Макристер, ну хок. Попробуем. Попробовал. Проверяйте. Ура, ПВЕ! Да, конечно. Че, на клаве мыши играешь? Нет. Так. Я не умею на клаве мыши играть. Был хоть раз у вас банчата? Что? Нет, у меня не было банчата никогда. У меня не было никаких банов, никаких наказаний вообще. Ни одного.
ни чата, ни... Отлично, отлично, класс, класс. Ни игры вообще. Отлично, просто. Меня никогда еще не банили, не суспендили ни разу. Ну сильно, сильно. Торг. Кинул скилл. Торг он такой, да. Вот эпотк. Здорово, Фарефай, привет. Так, ну что? Да нет, дело не в битрейте, говорите. Покидаем, значит, дело в том, что тикаем тортика. Просто немножко ошалел. Так, ну что, PvE. Ну что мы хотим, давайте, какие условия? Возмездие, последнее. Так, возмездие какое, с 7 персажами или только по ору? С 7, наверное, или нет? Не знаю, ну, давайте классику, может, а мы давай. С бесовским поменяемся. Да, давайте классику. И какую, давайте какую сложность, тогда последний вопрос? Эксперт, легенда или опять боец? Легенда, конечно. Не, ну легенду готовы? Бесовский, а ты готов на... На макрис геймпада на легенде. Это звучит, знаешь, go, это go. Заходит фанат Overwatch в бар и говорит, так, короче, я на ПК захожу, значит, в Overwatch. Ребят, ребят, сейчас будет легенда с Макри, все, короче, легенда будет. С Макри на контроллере, поехали. Ну ладно. Делаем ставки, выйдем ли мы из первой комнаты? Я думаю, нет. Так, я предупреждаю, дэмэджа очень много будет. То есть все мобы с 2000 убивают. Okay. А, то есть а действительно легенда не шутил? Я поставил максимальную уровень сложности, легендарный. Денчик точно хочет, чтобы я был? Да, 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 да. Хорошо, это был твой выбор. Посмотреть хочется на это, да. Сейчас, ребят, стрим. Ребят, сколько секунд мы продержимся? Просто можно ставки в час. Сколько секунд? Это просто, знаешь, шах и мат. Прямо сейчас пишите. Любом сейчас будет. Сколько секунд? Пока численность врагов превысит критическое значение. Мне кажется, мы даже отсюда не выйдем. Все, ребят, удачи. Я делаю ставки в чате на количество секунд, которые мы проживем. Давай, 7. Ну, раз, там раз, люди пишут по 15, в основном. Серьезно? Да. Ой, я скиллы хоть вспомнил, а, обалдеть. Слушай, Макрит, он типа дальнобойный или как? Преимущественно. Макрит так и так может, ему все равно вообще, в принципе. Но если он стреляет на дальней дистанции, то дэмэдж урезается. Так, меня провожу утреболик сзади. Потому что для меня это был самый сложный перс всю дорогу. Нет, что-то мне и сейчас начало лагать. Алина, тебе надо шарик срочно себе кинуть, похилься. Ну что теперь? Нож взял, дал, что-то я не верю. А если двое поднимаются быстрее, процесс? Вот не знаю, кстати. Ставлю полтос на невыход из одного комнаты. Спасибо, Андрейка, спасибо за 50. Ребят, ну 15 секунд вставили, уже и были неправы, ребят. Вы уже были неправы. Ну блин, что-то больше. Сзади дробовик аккуратно. Хорош ульт. Вовремя. Сейчас два спам попался. Да, мы уже почти вышли, кстати. Еще одна волна, кажется, и все. Что-то очень больно. Ванчет. Сверху последняя волна. Справа еще. Да я упал, ребят, я упал аккуратно. Отлично, спасибо. Спасибо. Наверху что ли? Да, сверху один бит остался. Все. Отлично. Да, это не так сложно, как казалось. Так, только смотрите, вот сейчас мы убиваем лево-право, потом на снайпера, не бегите вперед. Ну, дайте мне на снайпера выйти. Подберу вас на галерее, двигайте туда. Все слышали? Эй, мысли, а, спины, понятно. Со спины зашел. А, что? Так, у нас проблема. Он пол хп, этот каратель. Где? Матушки! Ты один, ВЛГ.
Тащи. Ну мы вышли. Мы хотя бы вышли. Не, ну это было интересно. Пол-шампы. Вы еще не сдохли, алё. Да-да, мы еще живы, Волга еще живой. Да-да-да. Только мобы уже бегут, аккуратно. Дробовик подходит. Вы вдвоем будете похожи. Я лежу. Это все. Я стараюсь. Нет! Ай, это было близко. Почти встали. Увы. Ну что, еще раз? Да. Я бы попросил бы буквально полсекундочки, ну ладно, полминуточки на пипири зайти в игру. Давай. На пипири зайти в игру. На пипири зайти в игру. Overwatch. Давай. Игра запущена. Все, ребят, ну мы вышли из ворот. Мы из ворот вышли, на секундочку. Это легендарка, между прочим. Дэмэдж пипец просто. Поэтому без шуток. Мы можем пойти дальше, на самом деле. Там как получится. Мы можем. Пум-пум-пум-пум-пум. Мишка, пришёвый Мишка. Алина, у вас нет тактики? Вы шутите? О, да у нас киберспортсмены в чате. Интересно. Что ж вы не на Overwatch League? Как это вы смотрите стрим? Что вы себе? Надо также отвечать, когда пацаны будут писать про что угодно вообще в чате. Здорово, кинетики, отлично просто. И отлично. Бомбы. Так, где? Ой. А он заходит еще. Да, кажется, Overwatch мне сегодня сказал: эй, сынок, не хочешь ли поменять ПК? Я такой: нет, придется, сынок, придется. А в чем у тебя проблема основная? Да, слушай, у меня печки 6 или 7 лет, что-то такое, типа, знаешь. Я ее использую, чтобы стримить, собственно. Сейчас посадим на Рипера его, может быть. Посмотрим, может, нет, не знаю. Ну, что, Хардстоун тянет, как говорится. Все хорошо. Ух. Ну сейчас посмотрим, мне кажется, мы можем даже дальше пройти. Мне кажется, мы дойдем до пляжа. На пляже, когда будет два вертолета, там будет просто ад. И снайпер еще будет. Снайпера просто наказывают очень сильно на сложности большой. Что тут? Бать, тебе нормально. Нормально, Васак, нормально. Спасибо тебе за сотку. Васака, более чем. Прикольно, более чем. Дискорд работает с Overwatch. Я прям увидел такой, нифига себе. Интересно. Удобно. Так. С Overwatch'ом. Замечательно. Вот он врывается, вот он. Он уже близко. Так, ты готов вроде в меню, да? Да, у меня вход в игру. Готов инвайт принять, в принципе. Вроде кинул, смотри. Так, и? Инвайт. Не чую. Еще одна, подожди, еще. Уже в менюшке. Чую. Ебой. Отлично. Так, значит, мы хотим классику. Что бывает, знаешь, с ПК-геймингом моим такие легенда. Прикольные вещи, когда, поехали. Знаешь, на минималках не идет, но включаешь на максимум, такой типа, вот этот поворот. Конечно, мы прошли легенду, ребят, что за вопросы? Люди, кто спрашивает в чате, прошли ли мы легенду, что за вопросы? Как может быть ответить такой вопрос в чате? Не понимаю. Конечно, прошли. Мы опять на Legendary, да? Да-да-да. И опять на Макри. Ну, можете поменяться обратно. Могу Генжи дать, кстати, тоже, если что, кому-то. Если кто-нибудь хочет. Ой, а я за Генжи вообще не убьются. Не, на самом деле, нормально, это Макри. Я бы скилл вспомнил. Но команда. Нет, за Генжи никто точно не хочет ранок. Ну ладно, ладно. Потому что, как бы, Black Watch играет по своим правилам. По своим правилам. С геймпада, наверное, легче. Ты думаешь, что с геймпада это будет лучше? Мы все знали, кто виноват. Так. Или на что-то намекаешь? Я готов. Ну чё, ладно, намекаю на то, что ну, там сюрикены только сюрикенами стреляются, а так в основном эти рывки и... Мечушка. Да, я представляю, как Генжи на геймпаде можно разворачиваться и шифтоваться через них 5 раз, как я шифтуюсь, так вот просто через стек мобов. Влево-вправо. 5 шифтов. Мне кажется, от этой фразы можно давать ЕГЭ. Так, слушай, ну все работает. 79 FPS, обалдеть. Лазер установлен. Перезагрузки тащи. Ждем. Так, пытаемся выйти с комнаты. Вверх, ребята, вверх. Ой, да, мы же на легендарке играем. Я помогу сделать. Да, я на Макри и на консольке
не так хорошо стреляю. Эта консоль, по-моему, даже на четверке и автоприцел. О, интересная была картина. Так, да? Да, дэмэджа очень много. Аккуратно. От души залетает. Мне кажется, трех пуль у шарта вот стопудово. Да-да-да. Каждая пуля там около 80, наверное, бьет. Я упал, ребята. Ой, все упали, да? Найс, найс. Давайте не играть на легендарном. Ну, первая катка, кстати, была не так плохо. Ладно, давай на предпоследний, будет нормально. Да просто, ну, мы уже играем какое-то время, да, получается, часа, наверное, два уже, и мы подустали, как бы, к концу стрима начинать играть на легендарном, мне кажется, это не самое здравое решение. Надо, наоборот, идти по нисходящей. Хорошая отмазка, я запишу. По нисходящей, конечно, нет, но на эксперте можно. Еще у меня пинг, да, еще я решила на контроллер перейти внезапно. Так, ну я эксперта запустил, ребят. Отлично. Не-не-не, Алина, ты такая, я играю на коврике для... этих танцев, как они называются. Ух, хорошо. Просто подустали, ребят. А я, знаешь, мышку перевернула. На самом деле, хорошая отмазка, правда. Я управляю мышкой, пальцы вводя по... Анек устал, Милтен, брат. Мышка с шариком, и ты такая тебе. Здорово, Мирасти, привет. Колдуешь просто. Неплохо, мне нравится подход. Не вижу тебя сегодня еще. Во всем мышка виноват. Да. Привет, Алди, добрый вечер. Это нормально. Здравствуй. Мы выиграем-то или нет? Интересно. Нет, наверное, не выиграем. Объективный эксперт тоже будет сложным. На тачпаде я в чё-то, кстати, играл. На эксперте будет больно. Здорово, Лимончик, привет. Харстон не считается на тачпаде. Здравствуй, Ланза, добрый вечер. Тачпады, да. Руль подрубай. Фарш, руля нету, я подрубил бы, конечно, но руля нету. Был бы ход, или руль как экшен. На этих, на маках, короче, но... на новых, sorry, на макбуках. Сори, руля нет. Тачбар вот этот сверху, который вот на нем. Только горизонтальный, короче, скроль. Заработал. Надо было что-то делать. Венеция, Италия. Надо было что-то делать. Здорово, Марсель. Превосходно. Давай. Сидим, играем сегодня. Сегодня не совсем обычный стандартный контент. Да. Я чё-то мало внимания сегодня уделяю, поэтому... А я любила всем сори, всем добрый вечер. Здравствуйте. Шарик доставать оттуда. Добро пожаловать на стрим, ребят. Ой, слушай, еще прошел. У нас впереди еще розыгрыш ключей ждет. Три ключа Overwatch будет разыграно, три ключа. А еще было круче, у меня было для первой PlayStation. Три ключа овера. С ней в Ant Mission. Вот уже скоро разыграем, в принципе. Старый. Альтон. Странно было. Еще хотел Warcraft 2 играть, но, по-моему, сынка Warcraft не любила знакомиться с мышкой. Это было грустно. Это. Мы сейчас на каком уровне играем? Это эксперт, предпоследний. Но попроще. Ага. На одну попроще, да, чем предыдущий, вот, был легендарный. Но такой мы еще не проходили. На хил все равно нужен. В смысле, а я что, не хиляю? Просто катки не. Конечно, в твоих катке, ну, типа, было не до этого. Нет, но недоволен, да? Я недоволен твоей предпоследней катке. Так, а что за безответственность? Почему герои умирали? Последней каткой моей недоволен? Да. Ладно. Недоволен. Пап, не ругай. Только работала. Пап, только не бей. Костюм. Я что-то о тебе не знаю. Поверь, ты многого. Практикуй, предлагай. Да. Лиса набежал от всех, как всегда. И умирал. Чижно. Я ДД, я как бы сразу в борвусь. Почему женщина? Давай, Барбарис, давай. Спасибо тебе за 200, спасибо тебе за Антос. Она что, забыла, кто тут здесь главный игрок, да? Изумить. Еще два стека вроде, да, осталось, судя по двери. Хью виноват, репортим его, да, в смысле? Нет, это спичка. Ребят, команду не репортим свою просто так, не репортим. Репортим только за дело. За плохое поведение репорта выдавать надо. За плохую игру репорты не выдаются вообще никак, даже если там где-то кто-то плохо отыграл с вами в команде. Да что? Давать репорт нельзя. Нормально же общались. Так. Нет! Так, как раз чуть не умер. Нормально. Держись.
все нормально. Ну как достаточно спокойно, пока не стреляет. Даешь легенду на всех героев, она к на быстрее. Не-не, без танка не получится, Паныч. Спасибо тебе за 100 битцов. Нам нужен танк. Легенды нужен танк. Подберу вас на галерее, двигайте туда. Все слышали? Вперед. Дробовик сзади у нас еще, ребят. Отлично. Так, сейчас снайпер будет. Ага. Который ваншотит, да? Если дадите... Да, ну, он, я не знаю, на этом сложности, наверное, да, будет больно. Я сейчас попробую его убить. Блин, у меня пишут, что мне требуется обновление батлнет. Нормально? Нормально. Вовремя. Не ваншотает, но больно делает, я проверил. У вас сзади дробовик был. Ага. Да. Отлично. Немного отдался вдове, но она снесла 165. Я добил дроба сзади. Снайпер убили? Да, снайпер убили. Дробаш, брат. Против нас словно весь город ополчился. Ой, больненько, больненько. Тебись. Я тут. Анак! Один хп. Добил меня. Ну вы успеете, понятно, надеюсь, потому что самолет прилетит или корабли? Пойдем. Корабли сейчас будут, корабли. Встал. Так хочется на L2 прицеливаться. Но порой вспоминаешь, что как бы не та игра, щенок. Снайпер сзади, ребята. Снайпер целится в тебя. Убил. Уже нету. Таким криком. Отлетело. Слушай, отлично, кстати, станял кумакри, мне нравится. Я еще, конечно, его первый спустил. Сейчас будут снайпера, походу, тоже аккуратно. Да, снайпера сверху, ребят. Матушки! Не могу помочь пока. Вау! Это было больно. Хороши, снайпера. Убейте снайпера. Спасибо. Так. Стою. Так, подняли. От нас не подам, это сложно. Спасите мой руку. Снайпер ликвидирован. Алинушку поднять. Спасибо. В порядке. Справляемся пока. Это не легенда, ребята, это эксперт. Предпоследняя сложность, предпоследняя. Не самая трудная. Я тебя вижу. I see you. Окей. Я болюсь за Куга, давайте, ребята, размажьте этих блокбочек. Вот сейчас будет жестко. Да, сейчас будет больно, самолет летит, наверное. Слушай, ну с геймпада нормально, кстати, вот хедшот ставится, да и ставится. Так, так, так. Ну что, на самолет? Оп-оп-о. Поймал меня. Ну, по идее, мы справимся, давайте. Только ассасин остался живой. Ничего. Ох ты. Да, шиф сбивает ассасина тоже. Где это мразь? Поедание. Где-то на стенке сидит. Сзади. Ой, матушка, ну что это такое? У меня лапки и геймпад. А меня убили. Ассасин, кстати, бит сзади, добить его надо. Спасибо большое. Ой, блин, долбанный ассасин. Нормально. Она очень битая. Ну что-то прям вот на этой сложности она прям вообще пистует. Оп, теперь на мне. Я минус. Вроде солдат там на упаде. Ассасин, один хп. Сори за звук. Ассасин очень битый, ребят. Барбарит, спасибо за донат, спасибо за поддержку. Ой, отрывайте лицо. Нет. Ну что, она прям жуткая. Песоского убили. Я так ржет, стрёмно. Это просто жесть. Да пошла ты нахер. Ой,
Ну наконец-то! Нормально. Иди еще пулеметчик, ребят, сейчас будет. Да, это мне кажется будет еще сложнее. Он будет очень больно делать, просто очень больно. И еще знаешь что? В Wargames пулеметчик по шифту по твоему стреляет, но дэмэджа не наносит, поэтому тебе надо его танковать шифтом. Мне не будет. Чую жопа. То есть вообще в идеале он как убивается? Он сейчас заезжает, потом стоит пару секунд в стенке. Мы по нему стреляем, когда он развернется еще стрелять, нужно чтобы Рипер подбежал к нему и в шифт зашел. Только после этого отойти еще надо. Ой, я залетел, не туда, куда надо. Что-то отлично, он уехал. Далеко улетел. Это хорошо, на самом деле. Хорошо. Стреляем. Пока не протанкует. Что-то я не успел стреляться за комбо, ребят. Ах ты ж. Спасите Макри. Не успел. Помогите Рейси. Ты что, так долго-то он воскрешается, а? Очень долго, да. Надо... Невозможно, это слишком много. Бомба отлично. Все, эх, я тоже упал. Yeah. Слишком много еще мобы пришли тоже. Так. Нам больно. Нет, все понятно. Нам больно. Да, но не хватило нам так тона. Очень по-долгому поднимает, очень по-долгому поднимает. Слушай, мне кажется, как раз это из-за сложности. Да, ну, кстати, да, наверное, да. Потому очень что, ну, прям очень долго. Я сам не знаю, за какого параметра увеличивается подъем, но на легендарке очень долго поднимает людей, это правда. Очень долго прям. Это правда. Видимо, это из эксперта. Ну что? Последнюю, может? Крайнюю? Пластецкую? Давайте, давайте, да. Какую сложность выбираем и какой? Может быть, всем персонажам сыграем такую же сложность? Давай, врываем. Давай. Я согласна. Лучик того, привет. Добрый вечер. Да нормально. Нормально. Мы уже прошли на дичь, на нормале. Это в начале стрима. У меня проблемы. Пишет, что с Эймом у меня проблемы. Понятно? Ну чё? С Эймом на Мойре. На хиле тебе нужен Эйм? Да. Очень мне нужно. Наверное, еще и фрагов тебе нужно набить. Я же говорю, наверное, у ребят с Overwatch League сейчас перерыв, поэтому они все зашли на стрим. Во всем виноваты женщины всегда. Да? Так. Сжечь ведьму. Чем больше умираешь, тем дольше веса, так тоже возможно. Вот тут две механики, два варианта. Либо это от сложности, либо просто от количества падений. Так, на ком бы я сыграл вообще? Ну, Бастион, конечно... Где мой друг? Наверное, самый жесткий. Мне говорит вообще, что нужно удалить игру. Прям. Наверное, знаете, вот... Самое сердечко. Если мы хотим пройти, надо Алису брать и Бастиона. Я не уверен. Прошлогодний ивент проходился хорошо Алисы с Бастионом. Можно попробовать. Слушай, ну прошлогодний ивент сложнее, откровенно, чем этот. Не знаю, мы с первого раза прошли его так-то. Да? О, минус Алина. Да, Алина опять вылетела. Опять минус Алина? Да кому? Ну мы тебя можем наверное, вернуть, подожди-ка. Ну, давай. У тебя приглашение появилось? Да, появилось. Говорят, что мы даже играть совсем не умеем. Тут говорит, стыдно на стримера такое говорить, он старый и старается. Прояви уважение к ветеранам. Ну что, давайте, ребят, кто кем будет, кто кем хочет. Я за свинку. Подождите, вы уже выбираете, да? Да, смотри, у нас остался вариант танк или хиллер. Надо с тобой взять Маша, танк и хиллера. Дело в том, что я не залетела к вам. А, ты не зашла? Ну, давайте я перезайду в игру. Ну давай, давай, мы просто перезайдем тоже, но в любом случае придется перезайти. Давай. Да, извиняюсь, я не так все делала. Cheers, love. Интересно, сколько у меня на консоль подвесит. Надо пройти. Ну надо, Барбарис, надо, что поделать. Спасибо тебе за донат, спасибо тебе еще за 200. Надо, конечно, надо. Но получится ли нет, непонятно. Непонятно. Но мы постараемся. Алиса, Бастик, Зэм, Бригитта. Ну понятно, ну слушай, у нас же... Ну у нас тут не киберспортивный проход, на самом деле. Желательно хотя бы какие-то интересы все-таки учитывать друг друга. Ну вообще я сыграл бы с Арисой. Жалко, что ачивок тут никак в Варкрафте, знаешь, там несколько миллионов, по-моему. Еще ни разу с Арисой не играл аркаду эту. Да, вообще ни разу, кажется.
А что, качественная композиция, что ли, подъехала? Матчей выиграно 0. Да это успешный аккаунт. Ассасин из Мишки из Блэкхорна, окей. Понял. У кого? Не знаю. Okay. Надо зайти тебе, надо выбрать в стрелочках там все режимы. Там стрелочка сверху слева. Все герои. Полосочка, да. А, все режимы, я понял, спасибо. Режимы, ждем, да. Алину. Время в игре 21 минута. Вдохновляюще. Что-то у меня не грузится игра, соединение с сервером. Ну я тебя, кстати, вообще в батлнете не вижу, ты офлайн там. Как будто тебя выкинуло. А, вот, появилось. Ага. Че, проверим. Кажется, игра что-то не договаривает. Не, вроде все нормально. Да, так, аркада, семи, эксперт. Поехали. Так, ну поехали. Ну да, у меня ОБС 32% сейчас забирает под стол. Так, я не понимаю, вы опять выбираете уже героев, нет? Не-не-не, да. Мы сейчас играем всеми персонажами. Но сложность будет эксперт. Все, хорошо. Так, нам нужен на Ариса и хиллер, кем хочешь. Выбирай. Я бы танк взяла, ну ладно. Ну если танк, тогда Ариса вот нужна, возьми Арису то. Ариса никогда и не играла. Ну она не сильно сложная, ты поймешь, что делать. У нее основное это то, что щит очень сильно, она постоянно щит обновляет каждые 7 секунд, и щит очень сильно закрывает бастион. Тебе нужно будет просто закрывать Wheel of Games постоянно. Я поняла. Так, если хиллера, то к этому всему. Тогда может Рейнхарда? Наверное, Мойра. Не-не-не, Ариса лучше. Окей. На боксе играешь? Нет, это ПК. Но вообще играю на Pro Station. Всегда. Я тут для меня новый игровой на ПК с геймпадом. Это что такое? У тебя shift это, короче, ты получаешь меньше дамага на 50%. Вот, right-click, твоя правая кнопка, она стягивает оппонентов. А ешка это обычный щит. Только, ребята, надо как-то вместе сесть, чтобы бастион сидел вместе с Алисой. За щитом ее. Я бегу. Эй, господи, все. Да, не самая лучшая идея, мне кажется, была играть за персонажа, которого я... Не, нормально, закрывай просто, вот все, отлично, вот вы и скооперировались как надо. Алина, мы команда с тобой. Да. Вот только мы плохо сидим, будет. Да, потому что они сзади могут выйти. Чисто. Давайте, знаешь, куда сядем? Мы все, вот, на ХГ. Ну или по центру. Нужна, я согласен, я пытаюсь. Барбарис, спасибо тебе. Спасибо еще за лист. Это будет не самая простая задача, но мы попытаемся. Перезарядка. Бойцовский вообще ничего не боится. Просто ничего не боится. Назови меня. Это эксперт. Да, маленькая принцесса, да. Спасибо тебе за 50. Добрый вечер еще раз. Прям по имени, что ли? Ты хочешь прям по имени? Сейчас бы на газм, конечно, свой донат. Это должно вам. Да, рука и правда бесконечно у моря. Я на море тоже ни одной катки не сыграл в этом режиме. Это первое. Лазер все еще сзади работает. Подставили Дрим Каспера, в смысле, а че ты? Так, сзади. Слева, ребят. Надо щит. Отлично, отлично. Так, это что, здесь что-то фигня, подожди-ка. Нет. Странно. Играет как будто бы две вечности. Отлично. Снайпер. Забираю. Снайпер ликвидирован. Допустим. Это вас исцелит. Чуть снайпер делает на такой сложности. А, с какой стороны так, нам щит надо. Как-нибудь ставь его просто там уже. Займите позицию. Пошло не помочь. Кто еще? Все? Да, Easy. Выходим. Сейчас, когда выйдем, надо будет просто по центру поставить сразу же укрепление щита. Потому что и слева, и справа будут. Ставь так, а что у меня за ульта? Твоя ульта усиливает дамаг всех тиммейтов.
Ты ставишь тотем на землю, и все больше стреляют дамага. Делают. Что-то видительно. Отлично. Барбарис душит на победу. Так, ну сейчас будет трудно, походу, на пляже. Пойдемте. Давайте в уголочек, да. Ну да, кстати, мы можем в угол стать, знаете, в левый угол. Сзади, давайте. Сзади. Ага, сзади. Надо убить сзади. О, ребят, у нас проблема, спереди тоже. И спереди тоже, смотрите. Я глушил этот ассасин. Осторожно, ассасин. Ну, я, Шеварстайла. Точно, забыл про мелишку. Даже не думай об этом. What the fuck? У меня 3 секунды, 2 секунды. Ну неплохо, не накидывают так-то. Оооо! Чего нету? Не, ну вот чё, нормально. Снайпер слева, хорош. Я закрыл. Ладно. Не, ну снайпер. Снайпер устранена. Набили котят. Слушай, ПВЕ, кстати, вот, как это знаешь, автоматически вот эти вот все командные типа истории работают, в отличие от ПВП, зачастую. Потому что, знаешь, ну, типа, более такой танк. Вообще ивент хорошим, на самом деле, правда. Не хуже прошлого года, точно. Очень даже годно. Я восстановлю тебя. Да, кажется, еще один шаттл летит. Не летит. Ну, пойдем дальше. Спасибо. С чем дом? На балконе сверху сидел. Снайпер в зоне видимости. Снайпер на выходе аккуратно. Надо будет чип поставить на выход. Щит. Устраните снайпера. Опа-па. Неприятненько было. Всем в атаку. Я помогу тебе восстановиться. Снайпер стоит, видите, далеко. Да-да-да, я его. Да сука. Справа, сзади. И припад сверху, спереди. Это вас исцелит. Так. Так. Норм. Сейчас будет еще ассасины, куча народу. Давайте. Надо в уголочек, Да, надо в угол. Можно в угол. Какой-то угол. Да, вот, давай прям тут. Где сидим. Так, тут с ассасин. Приближается челнок. Нет, хрен попадешь. У вас сзади дробовик, по-моему, один, ребят. В спину бьет вас. Нет, это обычно. Ассасин на мне. Ой-ой-ой, что ты мне сделала? Попробуйте ее убить, ребят. Ее, кстати, можно, когда она кого-то ест, мелиатакой сбить. Просто мелиатакой, мелишкой. Бейте. И она перестает грызть. Да сейчас уже. Блин, так не хватило. Все, отлично. Ассасина, да, у когтя здесь солидные реинфорсы. Ну что, сейчас босс будет? Да. Сейчас напряжемся. Напряжника быть. Давайте пытаться, да. Появился босс, сейчас поедет, наверное, аккуратно. Когда поедет, надо успеть отойти, только вам будет. Ой-ой-ой, прям на нас. Ай, сейчас тебе станет легче.
Покоритесь моей воле. Че, спастись? Я где? Прям в угол заехал. Сзади дробовики еще у нас солдаты. Да, сейчас прорежу. Сейчас я тебя выключу. А, отлично, прям в спину фигачу. Все, минус. Нормально. Ух! Посадила пару негодяев себе на хвост. Попробую сбросить. Подождите немного. Это должно вам помочь. Прям аж я заткнулся, вот это поворот, плотно. Очень плотная катка. Вот это да. Типа, как вам эта игра? Ну, Денис в этот стрим молчал. Да-да-да. Покоритесь моей воле. Безумная стерва осталась. На стенке сидит сзади. Забрал. Смотри, ты мрач. Она один хп. Убили? Не, я все еще жива. Я на крыше тогда или в угол? Да, пойдем наверх все вместе. Я думаю, начинать надо сверху, а там уже посмотрим по ситуации, куда-то идти. Где провода, работает, дела, готово. Overwatch, Warcraft. А как я щит поставлю? Денис, подальше отойди. Да сейчас мы не знаем же, откуда прилетит. Ну они отовсюду сейчас, кстати, будут, да. Ну смотрите, барьер здесь, он такой выглядит, что он три стороны закрывает, если сесть прямо в него. А сбить можно шаттл, нет? Кто-то говорил мне, что можно, а кто-то нет. Так и неизвестно. Люди говорят разное. Лодка на подходе. Они вообще много говорят. Ну. Во всяком случае, он реагирует. Это Ваня, смотри, стал сюда. О, отлично. Все, всех в воду. Это бейсов ее вообще казнит, конечно. Всем купаться 5 минут. Не полноцел. Покоритесь моей воле. Так, а где? Нет. Где? Наверху один. Другой. Снайпер, не попадайте ей в прицел. Снайпер. Она не охотится. Опа-па. Снайпер ликвидирована. Алинушка, где? Опа-па. Так, ребят. Я пал. Я тоже надеюсь, что снова все нормально. Дайчик подняли. Давай пойдем к бейсу все вместе, давай пойдем. Я поднимаю. О, там ассасин. Окей, ладно, там остаемся. Cheers, love. Слушай, ну она здесь прямо анальная какая-то. Come on. Мы почти сняли ее, кстати. Отлично. Убили. Так. Барбарис поддержал еще на 200. Барбарис, спасибо тебе за поддержку. Спасибо тебе за донат. Ебой. Отлично. Займите позиции. Фу, геймпады. Вся жизнь впереди. Восстанавливаю клеточную структуру. Да твою ж матюшка. Это должно вам помочь. Ой, там карабинов, каратели эти. Да, там дробовики. Уходи назад, похилю тебя. Если к нам отойдешь, похилю. Мы наверху стоим. Да, они все сюда. Правда, вверх. Стрел внизу в арке. Лол. Воу. Чего горячо. Так. Ассасин обнаружен. Так, на мне ассасин. Конечно, пошла вон отсюда. Блин. Где у лапки? Я потерял его. На балконе. На мне ассасин на лестнице слева. Я упал. Надо поднять меня.
дробовик еще здесь. Нет. Дробовик. Поймал его. Пошла. Главное, чтобы она меня не жрала. Если она меня не жрет, то нормально все. Она себя раскрыла. Я забрал. Я ульту докоплю. Где челнок? Ты что, ты сегодня случился вовремя? Не зачем? Я не думала, что тут чертова зона боевых действий. Здесь теперь пока не пробьешься. Так, эксперт близок. Прохождение. Слушай, ну прям я хорошо идем, плотно, но хорошо. Да, море. Только надо будет в шаттл идти, если хотим выиграть, когда он прилетит. Потому что волна будет огромная последняя. Go, go, Power Rangers! Ё-моё! Они вызвали снайпера. Всем это ваша! Снайпер, аккурат. Финси, живи! Покоритесь моей воли! Штурмовик вступает в бой. Так, ребят, там пулеметчик. Гайтер у нас, да? Сделайте что-нибудь со снайпером. Блин, я психанул. Я отъехал. Нужно вернуть союзников в строй. А почему ты был не считать, йоу? Ой-ой-ой. Драчер. Проблема. Сорян. Да, мы еще можем выиграть, только надо защитить, естественно. Я не смогу тебя понять. Попозже подними, пока давайте осыгрываться. Надо убить босса срочно прям. Я вниз. Нужно так, Алина тоже минус. А здесь еще, блин, здесь еще и снайпер. Нет, все. Покоритесь моей воле. Так, отлично. Сейчас на Алину бегу. Нужно поставить союзника на ноги. Все нормально, восстановили, короче, баланс сил. Да нормально. Да, мы выжили. Кажется, ему уже произошло немножко. Приглушил, готовы меня, сучоныш. Отлично. Я уже подлетаю. Так, ребят, шаттл подлетает. Че, свалим прямо оперативно? Да, надо идти в транспорт. Пойдем наверх. Я подберу вас в крышу ресторана. Everybody get to the chopper. Yeah, boy. Все, как во Вьетнаме. Что, все тут? Да. Заходим. Так, а ты? ВВГ, заходи. Ты не встань, смотри. Не засчитывай. Я не зашел, что ли? Да, не засчитывал. Мы уже явно задержались в гостях. Отлично. Воу, смогли. Да. Ну это, вот, по-моему, знаешь, самое топовое, короче, окончание стрима, которое мы только могли придумать. Фух. Ей, архивный контейнер. У меня ноги в бетоне. У меня тоже архивный контейнер. Всем архивный контейнер. Это правда. Круто, мне нравится. Минус мизинец, правда, опять, но мы это сделали. 127 килов, а вы говорите, консоли, все нормально. Я бы даже с вами объединился. И последний кодик на Overwatch вылетел только что на мой канал, на ютубчике, прямо в чатик. Почти пятерка, прикинь, если бы чуть-чуть еще оставить, это вообще будет супер коты. Но нет. Эх. Это все равно счет команды, то есть звездочки всем дают поровну, ну все. Ребят, спасибо за компанию, клевый режим, мне понравилось. Хочется, конечно, и легенду пройти, но понятное дело, что сегодня попытки не получится, нужно изучить карту и фонарь. И тактику. Легендарка. Но обезьяна батя упала. Ну это было клево. Да, всем спасибо, ребят, спасибо за игру, давайте еще увидимся.